Алло. Нож нужен мне сегодня. Мой человек сейчас за ним заедет. Понял. Жду. Надул. Это подделка. Где этот гад? Успел слиться. Найди его. Из-под земли достань. Черт. Надо вычислить, кто эту липу для него с... Стоп. Когда ему отдавал нож на реставрацию, он сказал, что у него есть друг. Реставратор гений. Все сможет сделать. Вот он и смог. Сволочи. На полтора лимона зеленых меня надули. Не переживайте, Виталий Семенович, я его из-под земли достану. Достань, милый, достань, только не затягивай! Я так больше не могу. Извини. Привет, братик. Можешь объяснить, что произошло? Да ничего нового. Мама поругалась с Мариной, но в этот раз Марина собрала вещи, Сашку, и уехала. Куда? Сказала, поживет у родителей, а там что-нибудь придумает. В каком смысле придумает? Мить, думаю, она говорила про развод. Это из-за мамы? Да, ты же знаешь, что с ней невыносимо. Знаю. Отселить ее некуда. Господи, когда же это кончится? Наверное, никогда. Или как там? Пока смерть не разлучит нас. Ну, давай, давай. Так, Остин, Остин, ты чего под ногами-то вертишься, а? Смотри, я там шашлыки пущу. Ося, веди себя хорошо. Может быть, бабки даст тебе косточку. Кстати, по поводу косточки. Шашлыка-то всех не хватит? Надо чем-то собак кормить. Почему не хватит? Там корм. Закончился. Слушайте, давайте я в магазин схожу, а? Прекрасная идея. А, ну тогда купи пару лавашей, там у нас пекарня своя. Тебе надо переодеться, потому что, во-первых, холодно,
Во-вторых, далеко. В-третьих, я тебе велосипед дам. Подожди. Мне не во что переодеться. Бабкин мою сумку в конторе забыл. Молодец. Сейчас пойду, тебя чуть подберу. Девочка моя голодная. Проголодалась, моя красавица. Проголодалась, моя красавица. Вот так. Ну, что тут у нас еще? Что тут еще? Мама, я хочу с тобой поговорить. Мама, я хочу с тобой поговорить. Мама! Мама, я с тобой разговариваю! Ты не разговариваешь. Ты орешь, как резанный. Что ты наговорила Марине? Она сказала, что подает на развод. Если это из-за тебя, я не знаю, что я сделаю. Не знаешь? Не говори. Да таких матерей, как ты, надо убивать. Не подходи ко мне! Маша, вызывай полицию. Он меня убьет. Подожди, Серег. По-моему, кого-то убивают. Да нет. Послушай. Ничего не слышу. Показалось. Ну, о чем вы тут болтаете? Да вот, Макару показалось, что кого-то убивают. Серег. По работе соскучился? О, боже мой. Первый день отпуска. Макар, я тебя умоляю, ну не наводи ты смуту. Здесь никто никогда никого не убивал. Здесь очень тихо и спокойно. А, хотя нет, вру. Был один криминальный случай. Собаку местную отравили. И через 5 дней отравитель умер от инфаркта. Так, давай. На, пожалуйста, подобрала тебе кое-что. Не обижайся. Фасончик, конечно, не твой, но для дачи сойдет. Угу. Иди переодевайся. Магазин где? Значит, смотри, выезжаешь на велике направо, едешь прямо, минут 15. Ты прямо в него там упрешься. Понятно. Понял? Давай. На, какая красота, боже мой. Здесь красота-то получше. Мама, успокойся. Так, что такое? Не приближайся ко мне. Что случилось? Твой брат грозится меня убить. Меня, свою родную мать. Так, успокойся. Или ты хочешь, чтобы все соседи сбежались? Минь, что случилось? Ты знаешь что? Марина не вернется. На этот раз все серьезно. Большая потеря, Марина твоя. Замолчи! Мало тебе, что нам с Машкой всю жизнь испортила. Теперь ты хочешь разрушить мою семью. Настоящую семью ничто разрушить не может. А если твоя жена вертихвостка... Не смей! Тихо. Марина тебя 2 года терпела. Пыталась наладить с тобой отношения, но это же невозможно. Ты всех извела. Сашка твой собственный внук, и тот тебя ненавидит. Сашка твой ненавидит всех. Мам! А ты вместо того, чтобы орать, сводил бы его к психиатру. Мам, замолчи. Мальчишки, тихо. 5 лет, а он уже невротик. Чуть что слезы. Да с тобой кто угодно невротиком станет. Ты не женщина, ты чудовище. Я ушла! Ты успокойся, слышишь? Все. Хватит меня успокаивать! Простите, вы в порядке? Что вы как? Простите, ради бога. Просто давно на велосипеде вот не ездил. Немного не справился. Я заметила. В следующий раз будьте, пожалуйста, осторожнее. Хорошо, буду. Может, я это... Нет. Подождите, я же не сказал еще ничего, что нет. Нет, я не хочу познакомиться поближе. Я не хожу в кино. И нет, я не приглашу вас на чай. Извините. Может, тогда я приглашу? Нет, спасибо. Так. И чтобы я вас здесь больше не видела. Слушайте, это вам с рук не сойдет. Это мой ребенок, и я его заберу. Я в полицию пойду. Прекрасно, идите. Идите, Светлана Вадимовна. Я думаю, что в полиции к вам прислушиваются. Вы же стоите на учете в психоневрологическом диспансере, насколько мне известно. Подождите, откуда вы знаете? А что, у меня неверная информация? Это вообще вас не касается. Ошибаетесь, Светлана Вадимовна.
Вас госпитализировали, потому что вы опасны для себя и для окружающих. А у меня здесь дети. Послушайте, все не так, как вы думаете. Понимаете, это была ошибка много лет назад. Все уже в прошлом. Я вас очень прошу. Идите. И больше сюда не приходите. В противном случае я буду вынужден вызвать полицию и санитаров. Олег. Все, Юль, все, не переживай. Вот пей свежий чай, я заварила с Мелиссой, пей. Ну, как не переживать, как не переживать? Родные дети куском попрекают. А мне деваться некуда. Ой, ну все ладится, ну, в конце концов. Ты их мать, они твои дети, вы близкие люди. Мало ли что случается, ну переборщил Митя немножко и все. Саша, ты бы его видела. Он меня чуть не убил, и я не шучу. Ну что ты, Богу, преувеличиваешь? Не убил. Просто он нервничает из-за Марины. Его можно понять, между прочим. Хотя, ты знаешь, я тебе скажу. Вот это ваше совместное проживание в одном доме, это ужасно. Ни ты к этому не привыкла, ни они не привыкли. Вот так все и получается. Саша, я ненавижу этот дом, эту деревню. Кругом грязь, газ в баллонах. Ну и контингент соответствующий. Но... скоро все переменится. Здравствуй, Светочка. Все так плохо? Ой, ну все наладится. Ей нужно время, она успокоится, начнет новую жизнь. Не знаю. Я тоже раньше так думала. А только хуже и хуже. Ты знаешь, я боюсь, как бы она чего не сделала. Да ну то что? Угу. Мить, ну не переживай, все наладится. Маринка тебя любит, Саша тоже. Помиритесь, а с мамой решим что-нибудь. Как, Маш? Жизнь невозможна. Ты же видишь. Ну куда ее? Мить, я все устрою. Я не позволю ей разрушить твою семью. Ясно? Ну посмотри на меня. Все будет хорошо. Просто потерпи немножко, ладно? Я всю жизнь терплю, Маш. Не могу больше. Не хочу и не буду. И хватит меня опекать. Мне не 5 лет. Сам разберусь. Митя, ну подожди. Митя, ну подожди. Митя! Главный секрет приготовления шашлыка – это уголь. Уголь должен быть березовый. Вот сейчас мы проверим правильность этого утверждения. Главный секрет приготовления шашлыка в том, что его должен делать мужчина. Правильно, ты моя хорошая. Да. Что ты, прости, спрашивал? Про девушку, про эту. Она кто? А, Маша, соседка моя, Ладынина. Она живет с братом своим Митей, с мамой сумасшедшей. Мама там в свое время так отжигала, по полной программе веселилась. Их бабушка воспитывала. Потом мама пришла в себя, вернулась к детям, села им на шею и начала третировать по полной программе. Так что вот так, а Маша хорошая девчонка. Значит, она дочка Ладыниной. А ты уже успел познакомиться. С кем? Какая разница? Ой, Макар! Ну что, значит, мне будет что сказать твоей маме. Сереж. Нет, девчонка-то красивая. Нет, подожди, подожди. Ничего. Я смотрю, Макар, ты время зря не терял. Ладно, ладно, все. Итак, приступаем к дегустации. Подай, пожалуйста, кетчуп. Так. Потом мне дай. Кетчуп закончился. Это что?
Ой. Кстати, Маша очень вкусно еще готовит. Я думаю, что у нее наверняка есть кетчуп. Да, интересно, а кого бы нам к Маше послать? Я же не знаю, может быть, Макара отправим. Да, я могу сходить. Прекрасно, сходи. А то так без меня с голоду и помрете. Конечно. Ну, что маме-то сказать? Сереж, ты же меня знаешь, пока ничего не говори. Ой, Макар! Ой, котяра! Иди сюда. Ну, что случилось? Там. Что там? Там мама. Что мама? Она еще жива, вызывайте скорую. Всегда любила красивых мужчин. Послушайте, что здесь произошло? Это все из-за сына. Все из-за сына. Вы меня слышите? Черт. Следователь из района приехал. Опрашивал всех. А что случилось? Да похоже, Митька мать зарезал. Говорят, его на месте застали. А я иду из магазина, смотрю, скорая стоит, полиция. Машка бедная. Пришла домой, а там такое. Полиция же полчаса как приехала. Ну так они и пошли по соседям с расспросами. Не сходится. Маша домой 2 часа назад вернулась, я сам видел. Даже больше. Так, Липа, пойдем. Не на что нам тут смотреть. Извините, можно вас? Что вам? А могу я со следователем поговорить? По какому вопросу? Хочу дать показания. Да съезжать. Пойдемте. Вы все проверили? Деньги, ценности, ничего не пропало? Да, все на месте. Прекрасно. Значит, версия о грабителях, Дмитрий Олегович, можно считать несостоятельной. Так, что там? На пороге столкнулся с Дмитрием Ладыниным, когда тот выходил из дому. Угу. На вопрос, кто это сделал, потерпевшая ответила, это все из-за сына. Угу. Сын, это ведь вы? Вы неправильно поняли. Я зашел домой. Увидел маму на полу, растерялся. И решили побыстрее покинуть место преступления. Вы можете быть свободны. Я хотел позвать на помощь. Кого? Не знаю, соседей. А почему соседей-то, Дмитрий Олегович? А может быть, было бы полезнее вызвать скорую и полицию? Да в шоке был человек, вы что, не понимаете? Мария Олеговна, мы с вами еще пообщаемся. Так почему вы не вызвали полицию? Я действительно был в шоке. Не сообразил. Допустим. Тогда почему, когда вас попросил Макар Андреевич вызвать скорую, вы ее не вызвали? Тут соображать особо не надо. А вы звонить никуда не стали. Просто вышли из комнаты. Куда вы выходили и что вы делали? Мне было плохо. Меня рвало. Значит, вы все это время были в уборной? Петров! Возьми криминалиста и обыщите туалет на предмет орудия убийства. Вы вышли из леса в 1:30. А в течение следующих 2 часов вас никто не видел. Я хотел побыть один. Мне надо было подумать, как решить проблему с матерью. Жена не могла больше жить с ней в одном доме. И вы решили проблему весьма радикальным способом. Да, Дмитрий Олегович? Собирайтесь, поедете со мной. Куда? Я задерживаю вашего брата по подозрению в убийстве. Ладынина Юлии Михайловны. Вы что, с ума сошли? Да вы что, он не мог? Да неужели? Тищенко! Вы издеваетесь, что ли? Какой-то бред! Одень на него наручники, отведи в машину. Послушайте, какие наручники? Вы понимаете, что он не мог? Гражданка Ладынина. Вы понимаете, это его мать! Так, только без истерик, давайте. А
Подождите, послушайте, вы вообще все неправильно поняли. Мы с вами еще побеседуем, мы вас вызовем отдельно. Ну, я прошу вас, ну, пожалуйста. Мария Олеговна, мы, по-моему, обо всем с вами поговорим. Я говорю, он не мог. Ну, пожалуйста, я прошу вас, ну, что же вы делаете? Я вам говорю, гражданка Ладынина, успокойтесь. Все, дайте нам нормально работать. Ну, успокойтесь уже, а? Понимаете, он не мог. Ну, как вас я вам сказал, все. Давай, давай. Всем виноваты. Из-за вас теперь Митю посадят. Если Митя не виноват, никто его не посадит. Серег, погоди. Да какое вы вообще право имеете обвинять моего брата? Вы вообще откуда взялись? Вы нас знаете? Вы его знаете? Да вы нас впервые видите. Я понимаю, мне жаль. Да вы ничего не понимаете. Вы сначала его обвинили, а теперь рассказываете, как вам жаль. Маш, послушай меня, пожалуйста. Да откуда он вообще взялся? Ника, какое он право имеет говорить, что Митя мог кого-то убить? Вот объясни мне, я не понимаю. Мне действительно жаль, я сделаю все, что могу. Вы уже все сделали, что могли. Все, успокойся, послушай меня. Он просто так говорить не будет. Это их работа, он частный детектив. Все, успокойся. Пойдем чай пить. Если он не виновен, я обещаю, я найду того, кто это сделал. Ника! Ник! Мы можем провести параллельное расследование и выяснить, кто это сделал. Но вы должны быть готовы к тому, что следователь прав, и это ваш брат. Нет, это невозможно. Ну, невозможно. Вы знаете, иногда даже самые близкие люди преподносят такие сюрпризы. Вы просто найдите того, кто это сделал. Пообещайте мне. Обещайте. Да. Спасибо. Извините. Не нравится мне все это. Да кому же понравится? Пожилую женщину ни за что убили. Я не об этом. Макар никогда не работал бесплатно. И никогда никому ничего не обещал. Сереж, давай оставим эту тему. Да. Что у тебя? Результаты вскрытия. Ранение нанесено обоюдоострым лезвием шириной 54-55 миллиметров. В ране обнаружены микрочастицы золота. Откуда они там? Что с орудием убийства? Отсутствует. Ребята все перерыли, нет орудия. Ищите! Ладына не было в комнате максимум минут 20. Далеко он его унести не мог. Носом землю ройте, но найдите мне орудие. Понял.
Идите, пусть следствие разбирается. Кстати, а следователь кто? Да некто Калинин. Ага. Недавно академию закончил. Опыта никакого, но, говорят, большой энтузиаст. Плохо, Серег, что опыта никакого. Такой, как вцепится в одну версию, другие даже рассматривать не станет. Ну, версия-то железная, согласись. Железная — это железная. Так, допустим, Митя говорит правду и никого не убивал. Тогда, может быть, это убийство как-то связано с прошлым Юлии Михайловны Ладыниной, а? Говорят, лет 10 назад она еще так крепко отжигала. Ты с Машей об этом говорил? Сереж, ну с какой Машей? У нее вчера мать убили и брат под следствием. Спит она, ей Ника снотворное дала, так что я с ней завтра поговорю. А ты вот что сделай. Узнай-ка про прошлое этой Юлии Михайловны. Че, как, с кем, когда, в общем, не мне тебе объяснять. А я тут с местными поговорю. Глядишь, за что-нибудь и зацепимся. Макар, ты с Машей о гонораре говорил? Нет. Дело не в деньгах. Просто я боюсь, что ты очередной раз можешь наступить на одни и те же грабли. Так, Сереж, все, закрыли тему. Понимаешь, здесь другая ситуация. Макар, мне кажется, что Маша похожа на Надю. И не делай вид, что ты этого не замечаешь. А с чего ты взял? Вообще не похоже. Макар. Сереж, закрыли тему. Ешьте пирог, Макар Андреевич. Это Юлин рецепт. Я испекла, думала, мы чай попьем. А вот видите, как. Скажите, а вы с Юлией Ладыниной давно дружили? Да, мы дружили, да. И часто виделись? Каждый день. А вы не замечали последнее время что-нибудь странное, необычное? Может быть, она боялась чего-то? Ну, если Юля боялась чего-то, так это прожить остаток жизни здесь, у детей на иждивении, в этом поселке. Она ведь привыкла к совершенно другой жизни. А необычного. Да нет, знаете, как-то. У нас вообще здесь мало что происходит. А, не знаете, может быть, она ссорилась с кем-то? С Митей. Ну, это вы, наверное, знаете, это все знают. Да. А не было каких-нибудь посторонних людей? Может быть, вокруг дома кто-то крутился? Посторонних? Да нет. А, вот что! Это было 3 дня назад. Я видела возле их дома какую-то машину, такую большую, да, черную, с тонированными стеклами. Я еще подумала, что к Маше кто-то приехал. Юля сказала, гостей у них не было. Хотя... Что хотя? Она очень нервничала в этот день. А почему, я не знаю, она не говорила. Понятно. А вы не видели, кто-нибудь из машины выходил? Нет, я не заметила. Может, номер запомнили? Ну, нет, ну что вы. Подождите, а ваша дочь? Нет, 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 нет. Светы в этот день не было, она была на работе. А я могу с ней поговорить? Ее нет дома. Она в городе будет очень поздно. У них там какая-то проблема на работе, какой-то завал, какая-то проверка. Она ведь у меня аудитор. Но если вы хотите, я могу все у нее сама расспросить, пожалуйста. Спасибо. Очень обяжете. Ну, я, пожалуй, пойду. До свидания. Спасибо за пироги. Всего хорошего. Чего он хотел? Про Юлю расспрашивал. В последний месяц ваша мама интересовалась арендой вилл на Сардинии. Чем? Вы об этом ничего не слышали? Какие виллы, ради бога? У нас дом заложен. Мы с Митькой еле-еле проценты выплачиваем. Откуда вы взяли эти виллы? Сергей проверил номера телефонов. И общался с риэлтором, который подбирал для вашей матери варианты. Юлия Михайловна рассказывала агенту по недвижимости, что после Нового года она хотела арендовать, а впоследствии приобрести недвижимость в Италии. Да на какие деньги? Ну, вообще-то, я думал, вы нам об этом расскажете. Ну, значит, она снова ввязалась в какую-то авантюру. Кто-кто, мама это умеет. Точнее, умела. Какую авантюру? Сереж,
Ну, например, она вкладывала деньги в какие-то финансовые пирамиды. И не только свои деньги, понимаете? А потом эти деньги прогорали, и у нее, конечно, были проблемы с кредиторами. А с кем конкретно? Ну, этого она мне не говорила. Что-нибудь еще? Ну, еще она промотала квартиру бабушки. Понимаете, мама любила жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. А платили всегда за это другие люди. Сначала ее мужья, а теперь вот мы с Митькой. Я ничего не знаю про Сардинию. И, простите, Макар, про эту машину, которую видели возле нашего дома, я тоже ничего не знаю. Никто из моих знакомых на такой не ездит. Серег, надо пробить машину по базе. Есть марка и две цифры. Черный Ниссан, 31. Алло, привет, это я. Нам надо срочно увидеться. Я еду в твою сторону, буду через час. Понял, что полиция, хорошо, к дому подъезжать не буду. Где нам увидеться? Подожди, я записываю. Развалины – это за поселком. Хорошо, жди, еду. Сейчас еду за ним в сторону области. Смотри, не упусти его. Но не переусердствуй. Он мне живой нужен. И так, чтоб мог говорить. Машина, которую видели около дома Ладыниных, оформлена на Троицкого Вячеслава Леонидовича, 1979 года рождения. Чем занимается? Он сотрудник реставрационного отделения исторического музея. Ну, в частном порядке оценивает, сертифицирует, реставрирует предметы искусства. Кстати, понятно. Вон его мастерская, уже пришли. Ага. Слушай, а Калинин, что насчет орудия убийства? А, кстати, совсем забыл. Надержи, почитай на второй странице. Здесь? Да, вот. Ранение нанесено обоюдоострым лезвием, ширина 54-55 мм, прямым ударом между 5 и 6 ребрами. В ране обнаружены микрочастицы золота. Интересно. Вот так. Ого. Ух ты. Слушай. Дверь открыта, а в мастерской, походу, уже никого нет. Судя по бутербродам, Троицкого не было пару дней. Собирался в спешке, перед тем, как спешно покинуть мастерскую. Похоже, занимался вот этим ножом. Ну-ка. Серег, да? Здесь точно еще кто-то был. С чего ты взял? Смотри, сколько следов. Протекторы разные. Показал я эскизы своему приятелю из Пушкинского музея. Ты знаешь, он как возбудился? Говорит, что это очень редкий нож. Скифский. Из какого-то известного кургана. Что-то вроде золота Шлимана. Что-то типа этого. Был найден при раскопках в 20-е годы. На территории Молдавии. Ага. Потом во время войны исчез, считал, что бесследно. За ним даже само Аненербо охотилось, представляешь? Ух ты! И вообще говорят, что этот нож приносит несчастье всем, кто им владеет. Нож-то ценный, наверное.
$1,500,000, Сережа. Ничего себе! Ого! А с исторической точки зрения вообще бесценен. Это тебе твой приятель рассказал? Ну а кто же еще? А теперь объясни мне, какое отношение к скифскому ножу Ананербе и оценщику антиквариата гражданину Троицкому имеет покойная Ладынина? Скорее всего, этим ножом ее убили, Сереж. Но сам посуди, частички золота, ширина лезвия, заключение судмедэкспертов, все сходится. И к тому же, машину Троицкого видели у дома Ладыниных, но не просто так же он туда приезжал, как считаешь? Вот так, Ник. Нет, про нож я ничего не слышала. А вот этот вот оценщик... Троицкий. Троицкий. Вот если он занимается предметами искусства, то вполне возможно, что он с моей матерью мог быть знаком. Дело в том, что моя мать была замужем 4 раза. Вот, и один из ее мужей был в 90-е владельцем одного полукриминального ювелирного бизнеса. Ага. Если не ошибаюсь, они копировали Фаберже. А с ним поговорить можно? К сожалению, нет. Его убили тогда же, в 90-е. Очень жаль. Очень хороший был человек. И, по-моему, единственный из мужей и матери, который к нам с Митькой относился хорошо. Ага. А он даже один раз меня из милиции вытащил. Интересно, за что же вы туда попали? А мы ограбили с ребятами ларек. Очень чипсов хотелось, а денег ни у кого не было. Угу. Ну, я в 13 лет еще той оторвой была. И, кстати, благодаря ему я отучилась на реставратора. Угу. Вот, у меня очень узкая специальность, я реставрирую только иконы. Подождите, так может, это его фамилия Троицкий? Нет, его фамилия была Филиппов, он был очень старенький и курил трубку. А почему вы обо всем об этом спрашиваете? Понимаете, я думаю, из-за этого ножа убили вашу мать. А вы знаете, после того, как убили дядю Женю, у мамы оставались какие-то драгоценности, которые она потом продавала и жила на эти деньги. Я это потом узнала. Так вот, недавно умерла сестра дяди Жени. Это... мужа ювелира. Ага. И мама незадолго до этого у нее была. Я это знаю. Я вот думаю, возможно, она и дядя Женя хранили у сестры какие-то драгоценности и, возможно, этот нож. Потому что мы же не знаем, чем они занимались там на этой фабрике, кроме этих поддельных Фаберже. И до сих пор неизвестно, кто убил дядю Женю и как. Вот вы говорите, что нашли этот эскиз в мастерской у... Троицкого. Вы же его найдете? Будем стараться. Да, минутку. Кто там? Здрасте. Вот пирожки. По суперрецепту. Спасибо. Вы мастерица. Угу. Липа, вы плакали? Что-то случилось? Нет, все нормально. Вам показалось. Я же вижу, у вас красные глаза. Присядьте. Вас кто-то обидел? Чаю хотите? Нет, не надо. У меня там пирожки еще в духовке. Мне надо идти. Подождите, не уходите. А чем вы тут занимаетесь? О чем книги? Книги? О скифах. Знаете, у них совершенно дикие были обычаи. Например, вот когда скифский царь умирал, вместе с ним в могилу клали не только меч, но еще и коня. Да? Да, да. И жену. Как жену? Живьем в могилу? Нет, не живьем. Подождите, они их что, убивали? Как правило, жены скифских царей принимали смерть добровольную. А. Липа, вы сейчас делаете с собой то же самое. Я не должен это говорить, но я не могу смотреть, как вы себя заживо хороните. Он недостоин вас. Почему вы терпите это? Почему вы не уходите от него? Вы ничего обо мне не знаете, Родион. Давайте не будем. Ну, расскажите лучше о своей работе. Чем вы занимаетесь? Сидите тут целыми днями, как отшельник. Даже гулять не ходите. Вы ученый? В некотором смысле.
Не хотите об этом говорить? Не готов пока. Это моя работа, знаете. Она очень важна для меня. Если все получится, это изменит мою жизнь. У меня будет все. Я тогда смогу предложить вам нечто большее. Весь мир. Насчет мужа ювелира пока ничего конкретного. Родственников у него не было, кроме сестры. Да и та месяц назад умерла. А где умерла? В больнице, дома? В доме престарелых. Сестренке-то уже за 80 было. Я поговорил с персоналом. Ладынина ее навещала. Вот как. Угу. Они очень сильно поругались. Сестренка кричала на Ладынину, что та довела ее брата до могилы и что она ничего не получит. Интересно, что же она не получит-то? Пока не ясно. Но врач сказал, что сестренка в небольшом маразме была. Направо и налево говорила, что брат оставил какие-то драгоценности, что она непомерно богата. Значит, Ладынина больше не приезжала. Почему приезжала? На похороны. Так. Маша ничего не говорила. А что за вещи нашли? Ну так, мелочь всякая. Я посмотрел эти вещи, они все в доме престарелых. Ничего такого нету, никакие драгоценности, естественно, нет. Обыкновенные старческие вещички. Значит, никакого намека на нож? Нет, никакого. Никакого. Да даже если бы и был, Сереж, рассказать нам об этом некому. Ладынина мертва, и ювелир тоже мертв. Зато теперь могут на том свете поругаться. Единственная зацепка, Сереж, Троицкий. Троицкий. Этот Троицкий как сквозь землю провалился. На работе уже неделю нет. Правда, говорили, что он опаздывал в последнее время, нервно всю неделю ходил. Потом пропал. Да. Так. Что? Где? Ясно, спасибо. С меня прочитается. Чего там? Ну вот, Троицкий нашелся. Отлично. Где? В морге. Нож нужен мне сегодня. Понял. Жду. Мама, я хочу с тобой поговорить. Да таких матерей, как ты, надо убивать. Он нас надул. Это подделка. О, простите, ради бога. Просто давно на велосипеде вот не ездил. В следующий раз будьте, пожалуйста, осторожней. Хорошо, буду. Послушайте, что здесь произошло? Это все из-за сына. Собирайтесь, поедете со мной. Куда? Я задерживаю вашего брата по подозрению в убийстве. Мы можем провести параллельное расследование. Ты нашел его? Да, сейчас еду за ним в сторону области. Передели меня, Сереж. Пару часов назад в морг приходил брат Троицкого. Оплатил все услуги, заказал гроб, забрал все личные вещи и ушел. Погоди, погоди. Я знаю дочь Троицкого. У него нет никаких братьев. Но есть одна престарелая тетка, и то в Красноярске живет. Так, ты смотрел записи в морге? Да смотрел я, Сереж. Какие записи? Филькины грамоты. Нет никаких паспортных данных. Хорошо, хоть фамилию спросили. Фамилия Крузмарк. Ага. Так, не густо. Вот еще.
Описание этого родственника. Рост приблизительно 175, худощавый. Волосы темный, шатен, глаза темные. И на пальцах правой руки татуировки. Давай, Серёнь, надо найти. Крузмарк, Крузмарк. Вещи Троицкого из морга забрал. Попробую выяснить, куда и кому он ехал. Выясни. Но не затягивай. Нож должен быть у меня до конца недели. Будет. Крузмарк это погоняло. Настоящая фамилия Усков. Ага. Серьезный товарищ. Два раза сидел, а свою карьеру начинал в Солнцевской УПГ. В 98-м его взяли за кражу картин, а сейчас занимается черной работой для некого Артемьева. Дай догадаюсь, Артемьев как-то связан с черным антикварным рынком. Ну да, судя по всему, криминальный бизнес. Торгует антиквариатом. За руку, конечно, никто не ловил, но в Следственном комитете на него целое досье. Ага. Ну вот, судя по навигатору, Троицкий сюда и ехал. Да, живописная руина. Пошли посмотрим. Давай. Давай. Это бывшая помещичья усадьба. Ник рассказывала, что в начале 90-х местный авторитет ее купил, хотел восстановить. А чего же не восстановил-то? Не успел. Застрелили. Потом из этого места хотели сделать пансионат, но тоже все накрылось. Да, значит, не судьба. Жаль, красивое было бы место. Кстати, у местных это место считается нехорошим. Почему? Последний владелец этой усадьбы повесился у себя на чердаке. Подожди, ты же сказал, застрелили. Я говорил о настоящем владельце, еще дореволюционном. А. В советское время здесь находили трупы бродяг, а потом это место облюбовали какие-то сектанты. Интересно, что Троицкий здесь замыл. Серег, я его когда последний раз видел, он был крайне молчалив. Макар, это был риторический вопрос. А это Тираспольский курган. Он один из самых известных. Красиво. Как в романе. Да. А ведь кто-то рядом с этим древним могильником живет. Так а мы же тоже живем, практически на могильнике. Да? Да, в свое время на нем была построена усадьба Успенских Лялиных. А, вы о развалинах за поселком. Вот, да. Одно время здесь кочевали скифские племена. У современных солнцепоклонников этот курган считается местом силы. Ну а в 19 веке там совершались тайные обряды с человеческими жертвоприношениями. Ужас. Последний из рода Успенских Лялиных, он увлекался оккультизмом. Вот. И после того, как он покончил с собой, выяснилось, что в усадьбе проходили какие-то темные дела. Было громкое уголовное дело, я нашел подшивку старых газет за те годы, и там несколько номеров, они посвящены делу кровопускателей. Вы так интересно рассказываете. Мне на секундочку даже страшно стало. Страшно? Угу. Это очень хорошо. Почему? То есть я роман пишу, триллер. Будет хорошо, если страшно. А о чем будет ваша книга? О старом языческом кургане, рядом с которым происходит несколько ужасных убийств, похожих на ритуальные. Вот. Вот здесь. Вот здесь написано, как древние жрецы это делали. А про любовь? В вашей книге ничего не будет? Будет. Без любви никак нельзя.
слушаю. Свет, я с переговоров еду. Буду мимо офиса проезжать. Давай заеду. Хочешь, кофе попьем? Я не в офисе. А когда будешь? Давай я заеду за тобой после работы. Поужинаем. А потом я тебя отвезу домой. Ну, не хочешь сейчас, давай в пятницу. Так я не пойму, тебе что, на собеседовании забыли сказать? Что служебные романы в нашей фирме не поощряют. Я не хочу начинать все по новой. Мы расстались, это было правильное решение. Послушай, Свет, я никогда не считал, что это было правильное решение. Ну, хорошо, ты сама так решила. Но ведь 10 лет прошло, многое изменилось. Давай начнем снова. Я не хочу ничего начинать сначала, Стас. Ты прав, за 10 лет многое изменилось. Жизнь другая, я другая, понимаешь? Все, не звони мне больше. Это был Стас? Неважно. Светочка. Он тебя по-прежнему любит. 10 лет назад тебя это совсем не интересовало. Тебя и твою чокнутую подружку, Ладынину. Вы тогда все решили за нас. И сделали все, чтобы у нас со Стасиком ничего не получилось. Света, я хочу, чтобы ты была счастлива. И тогда хотела. Значит, у тебя извращенное представление о счастье. Давай только вот без слез. Хорошо. Ты же хочешь, чтобы я начала с чистого листа? Угу. Я пытаюсь. Светочка, если тебя интересует мое мнение... Я на работу опаздываю. Мне еще в налоговую. Сумкой? Я в спортзал записалась. Заеду после работы. Знаешь, в наше время, чтобы начинать новую жизнь, женщина должна быть в очень хорошей форме. Все-таки интересно, что же здесь делал Троицкий, а? Может, он был солнцепоклонником? Хотя сейчас, кроме нас и крыс, здесь никого нет. А мне кажется, кто-то здесь все-таки был. Смотри. Если кто и был, то только Иваненко. А это кто такой? Это легендарный единственный местный бомж. Ник рассказывал, что у матери Иваненко в поселке был дом. А Иваненко его 100 лет назад продал и все пропил. Вот и бомжует потихонечку. Это в кепочке такой, у магазина видели. Да, он самый. А некий Ермаков пускает этого Иваненко к себе в сарай, когда холодно. Угу. В остальное время Иваненко пускается в свободный полет. Ночует то там, то здесь. Вот и это место облюбовал. Да, Серега, не думаю, что Троицкий приехал сюда для встречи с Иваненко. Он сюда не для встречи с Иваненко приезжал. Потому что Троицкого убили в четверг. А в четверг Иваненко подрабатывал как раз у Ермакова. У него и ночевал. Слушай. М? Давай-ка мы к Ермакову наведаемся. Зачем? Проверить кое-что надо. Пойдем. Ну, пошли. Лидочка! Лидочка!
Лида! Лидочка! Лидочка, ну ты почему без разрешения уходишь, а? Пойдем, аккуратно. Облегчало. Угу. Слушай, разговор к тебе есть. Да поговорить-то завсегда можно. Ты здесь всех знаешь. А то всю жизнь здесь прожил. Про кого говорить будем? Слушай, я антиквариатом интересуюсь. Говорят, в деревне в этой много у кого вещей есть из дома Успенских. Ну вот тот, что разрушен сейчас. Антиквариатом? Знаю я одного чудика пришибленного. Только он того, не местный. Так у него вот этого старья завались. И картины, и книги, и оружие есть. Слушай, так это самое. Может, мне как-то поговорить с этим можно чудиком? Устроишь? Устроим. Быстрее. Давай, Костенька, быстрее, пожалуйста. Давай, беги, родненький. Тихо. Костя. Костя, привет. Подожди, родные. Тихо. Сейчас все закончится. Зацепка следователя. Что? Не знаю. Понятно. Так. Посмотри, кто там. Здравствуйте. Нам бы с Родионом поговорить. А Родиона нет. Но вы проходите, подождите его. Чай будете? С удовольствием. Хорошо. Чашки? Сергей. Витя. Макар. Витя. Присаживайтесь. Спасибо. Чай. А что это вы им так заинтересовались? Набедокурил чего? Да нет, пока нет. Так, кое-что уточнить хотели. Сахар? Нет, спасибо. Ну, вообще-то, если честно, мы уже пожалели, что ему комнату сдаем. Выгнать бы его. Да куда ты его выгонишь? Он за аренду еще неделю назад заплатил, за 3 месяца вперед. И мы, между прочим, на эти деньги теплицу купили. Деньги, если надо, вернем. Вот не нравится он мне. Шатается по поселку с биноклем. Следит, что ли, за кем. В комнате книжек полно про маньяков. И череп есть. Да много ты знаешь. Ой, не слушайте вы его. Родион писатель. Он книгу пишет про скифских жрецов. Угу. А у нас тут материал собирает. Да он и мухи не обидит, а ты? Так, говорите, с биноклем ходит? Угу. И по развалинам шатается. Видел я его там. Угу. Я выйду на минутку. Где у вас? Уборная слева. Спасибо. Да не на того вы думаете. Скажите, а Родион... Липа! В погреб сходи. Варенье закончилось. Mm.
Ну, если у вас ко мне больше вопросов нет, то я, пожалуй, пойду. Хозяйство не ждет, знаете ли. Угу. Приложил. Надеюсь, ты номера запомнил. Так что этот бегун никуда не идет от нас. Ух ты. Скорее всего, это и есть наш Крузмарк, который меня в морге опередил. А? Он, скорее всего, Родион нож искал. Ты как? Нормально. Жить буду. Нам нужно Родиона найти первыми. Смотри, какие лестницы вдоль крутые. Я не понимаю, я вам за что деньги плачу? За то, чтобы каждый вот так вот заходил и уводил ребенка прямо из спальни, да? Так я грузчику помогал продукты заносить. Ума не приложу, как она могла вообще мимо просочиться. Еще и Николаич, как назло, на обед отошел. С сегодняшнего дня обеды отменяются. Здравствуйте, это заведующая коррекционным интернатом номер 76. У нас ЧП. Думаешь, Ермакова сообщит, если Родион появится? На, держи. Спасибо. Осторожней, холодный. Ты понимаешь, Серег, Ермаков злой как черт на Родиона, но вряд ли он будет его выгораживать. Нормально все? Нормально. Хотя, с другой стороны, знаешь, что я думаю? Скорее всего, Родион не объявится. Если он не дурак, он давно уже далеко отсюда и вместе с ножом. Ты думаешь, нож у него? Да 100%, Сереж. Он же одержим этим ножом. У него вся комната завалена книгами про скифское золото, про курганы. Смотри, что я нашел. Ух ты. Ты следователю об этом говорил? Угу. Только он сначала слушать ничего не хотел, потом, слава богу, одумался. То есть не без надёра? Да вроде нет. Обещал подъехать, все проверить. А там, глядишь, догадается Родиону в розыск объявить. Угу. Слушай, хотел спросить. А что ты взял, что Родион был на развалинах именно в этом месте? Смотри, что я там нашел. Так зубочистки грызет только Родион Красильников. Так, невроз, навязчивые привычки. Слушай, а может, это наш писатель? Немножко свихнулся на почте своего писательства. Вполне. А чего? Обчитался спецлитературы, возомнил себе не Родиону, а скифским жрецом. И стал приносить жертвы. Ладно, нужно серьезные версии разбирать. Во-первых, нужно понять, куда делся Родион и как он связан с Ладыниной.
Алло, Света! Какая полиция? Да, да, Светлана Царева моя дочь, но ее сейчас нет дома. Как задержана? Почему задержана? Сейчас я еду. А может, Ладынину и правда из-за ножа убили? Допустим, сын узнал про нож, прикинул, сколько он может стоить. Убил старуху, а нож на хранение Родиону оставил. Тищенко, ты бы оставил бы свои умозаключения при себе. Сын Ладынина ему мог нож просто взять, если бы знал, где он лежит. И для этого ему не надо было кого-то убивать. А может, она застала его в момент кражи ножа? Разберемся. Для нас в первую очередь этот нож – возможное орудие убийства, которое, судя по всему, находится у гражданина Красильникова. Разыщем Красильникова, найдем нож как орудие убийства, а потом уже будем выяснять, кто где и кого застал. Так что давай, объяви в розыск. Красильников Родион Петрович, 1983 года рождения. Держи. Ну что, как у вас там с показаниями? Так. Вы, Макар Андреевич, пока не уезжайте никуда. Вы нам еще понадобитесь. Мне что, тоже подписку писать? Подписку брать не могу, нет оснований. Я вас хочу попросить час на порядке. Вы же сами сказали, что приехали сюда в отпуск. Да, тот еще отпуск. Ну, мы закончили? Да. Тогда, может, пропуск мне выпишите? Пойду посплю. Макар Андреевич, спасибо вам. Как чувствовал, что из-за этого парня на неприятности нарвемся. Вот не хотел ему комнату сдавать. Все липо. Пусть поживет, да пусть поживет. Пожил. Полный дом ментов, все перевернули вверх дном. Только уехали. Вот все из-за баб, Федя. Так это что, менты из-за старухи Ладыниной приезжали? Нет, блин. Из-за английской королевы. Тогда, Кузьмич, надо мне к следователю идти. Сходи, Федя. Сходи, обязательно сходи. Следователь тебе 15 суток впаяет. Посидишь, может, протрезвеешь. А то, смотрю, заговариваться стал. Давай. Наговариваешь ты на меня, Кузьмич. Недооцениваешь. Грубишь вам. А я, между прочим, многое вижу. Многое слышу. И показать кое-что могу. Че ты мелешь-то, Федя? Че ты показать-то можешь? Тебе-то откуда знать, кто старуху порешил? Мне, может, даже и награду правительственную дадут. За что? Да как за что? За то, что я невиновного Митьку, то есть, от тюрьмы спас. У меня и доказательства есть. Какие? Говорила начальницу не писать заявление, не возбуждать дело. Ты же все-таки мать. Какое же это похищение? Светочка, ну как ты могла? Это же все-таки преступление. Свет! Света, ты меня слышишь? Ну ты вообще понимаешь, о чем я говорю? Мам, я очень устала. Пойдем домой. Макар, добрый вечер. Здрасте. А я здесь вас караулю. Зачем? Ника сказала, что вы уехали к следователю, а я хотела узнать, как продвигается расследование. Может, пойдемте в дом, я вас чаем напою, а вы мне все расскажете. Пойдемте. Thank you.
господин Троицкий мертв, есть все основания предполагать, что это убийство как-то связано со скифским ножом. Но вы верите, что Митя не убивал? Маш, поймите, у нас нет доказательств. Я спрашиваю именно про вас. Вы верите? Моя задача – провести расследование. И здесь не важна вера, здесь нужны факты и логика. Лучше скажите, вам знакома фамилия Усков? Нет. А Крузмарк? Что вы смеетесь? Ну, конечно. Я же все-таки художественное училище заканчивала. Крузмарк – это великий реставратор, который жил в 19 веке. Да. Жил. Да. Меня не интересует реставратор 19 века. Дело в том, что Крузмарк – это имя, кличка или фамилия человека, который как-то связан с убийством вашей матери. Что случилось? Вы слышите? Там кто-то есть. Маш, вам послышалось, там никого нет. Макар, там убийца. Пожалуйста, не оставляйте меня одну, я вас очень прошу. Успокойтесь. Ну, хотите, я пойду поднимусь, посмотрю. Ой, нет, вы что, он вас... Да не волнуйтесь, со мной все будет в порядке. Хорошо, только будьте, пожалуйста, осторожны. Ник, ты согласна? Ты мое предложение обдумала? Я подумала, это глупо. Спустя 3 месяца знакомства делать предложение. Считать минуты – это много. Да, ты считаешь минуты? Я считаю секунды. Там свет. Она заперлась, не открывает. Ванна, я боюсь, как бы она что-нибудь с собой не сделала. Господи. Ну все, можете быть спокойны. В доме никого нет, мы одни. Так что можете ложиться спать. Я не усну. Поймите, Маш, но поспать все равно нужно. Понимаете, я больше не чувствую себя в безопасности в собственном доме. Хотите, я останусь с вами? То есть я имею в виду, я могу остаться здесь, но чтобы вам было спокойнее. Вы правда можете побыть со мной? Конечно, я вот могу лечь на диване. Вот вам плед. Спасибо. Спокойной ночи. Спокойной. Давно она в ванной? Почти 2 часа. Это из-за меня все. Это я виновата. Это из-за меня все. Что же вы раньше-то не спохватились? Света, с вами все в порядке? Она не отвечает. Так, отойдите. Спокойно. Простите, я вас разбудила. Ничего, я не спал. Мне просто снова показалось, что там... Это оказалось всего лишь окно. А почему шепотом? Не знаю. Наверное, потому что мне страшно. Много крови потеряла. Будем надеяться, что все будет хорошо.
Александра Сергеевна, у вас всегда такая скорая помощь скорая? Уже сейчас ждем. Позвоните им еще раз. Или давайте я позвоню. Пожалуйста. Нам скорую нельзя. Что? Свете скорую нельзя. Вы что, им не звонили? Я ничего не понимаю. Свет. Почему ты просто не дала мне умереть? Уйти, и видеть тебя не могу. Ты знаешь, мне кажется, что я маму никогда по-настоящему не любила. Ее никто не любил. Может, поэтому она и была такой злобной. От нелюбви. Послушай, ну ты же не виновата, что она вас бросила. Это же был ее выбор. Но она же хотела как лучше. Все эти ее женихи, ухажеры. Мы с Митькой были для нее обузой. С двумя детьми особо не разгуляешься. Все, Маша, успокойся. Все случилось, как должно было случиться. Ничего уже не изменишь. Слушай, они что-нибудь нашли? Ну, полиция там. Улики. Это называется вещдоки. Ну, вещдоки. Ну, у них там есть что-нибудь серьезное? Нож нашли? Я думаю, он у Родиона. Александра Сергеевна, вам нехорошо? Может быть, скорую? Нет, Сереженька, не волнуйтесь, все нормально. У меня аритмия, она у меня с юности, так что я уже не замечаю. Александра Сергеевна, вы говорили, что ваша дочь уже пыталась покончить с собой. Да. Понимаете, если я сейчас вызову скорую, то врач скорой должен сразу же вызвать психиатра. Свету положат в психиатрическую больницу. Свете нельзя в больницу, она там уже была. После первой попытки суицида. Нет, вы... Она абсолютно здорова, абсолютно. Просто у нас ребенок. А с таким ребенком у всякого может случиться срыв и... Какой еще ребенок? Мой внук инвалид. У него тяжелая форма аутизма. Знаете, что это такое? Он может кричать, биться головой об стенку. Вы никогда не поймете, что он хочет. Он никогда не обнимет вас, никогда не поцелует. Знаете, что это такое? Думаю, тяжело. Да. Очень. Света тащит это все на себе. Его работу, все. А кто отец ребенка? Отец моего внука подонок. Он бросил Свету, когда она была беременна. А Светочка решила выносить ребеночка, родить. Если бы вы только знали! Успокойтесь, успокойтесь. Вы знаете, говорят, что в Израиле есть какая-то больница, какие-то клиники. Можно там отдать мальчика на реабилитацию. Но у нас нет этих денег, нет. Успокойтесь, Александра Сергеевна. Скажите, где сейчас ваш внук? Света спит. Ну, и получше уже. Получше. Получше. Знаете, я настоятельно рекомендую вызвать скорую помощь. Потому что это не шутки. Может случиться все, что угодно. Туда могла попасть инфекция. Да. Вы сами понимаете, что ей нужна медицинская помощь? Как ты думаешь, со Светой все будет в порядке? Что-то я переживаю за нее. Не знаю. Я так и не понял, где ее ребенок сейчас. Привет. О. Ух ты. Привет. Доброе утро.
Я смотрю, ты всю ночь в засаде сидел. Слушайте, Маша была просто неспокойна. Она попросила, чтобы я остался. Успокоил. Сереж. А куда ты пошел? У нас вон яичница остывает. Макар. Слушай, а Маша, что это за человек? Прекрасная, добрая девушка, отзывчивая, веселая. Искусствоведческий факультет в свое время закончила. Долгое время реставратором работала. Брата своего Митьку очень любит. На. А подожди. А что это ты интересуешься? Ее тоже, что ли, подозреваешь? Пока нет. Сереж. Но за Макара уже беспокоюсь. А чего за него переживать? Взрослый здоровый мужик. Имеет право на свою личную жизнь. Право-то есть. А вот личной жизни нет. Особенно после Нади. Так сильно обидела его. Макар ее любил. Она его использовала, чтобы спасти своего любовника. Ужас какой. Если с Машей будет подобная история... Да ну перестань. Слушай, Сереж, я Машу с детства знаю, мы выросли вместе. Она прекрасный, добрый, отзывчивый человек. Мама, да, сумасшедшая была, на всю голову. Маша не в нее. Я понял. Да она всю жизнь на себе семью тянет. Сереж, хватит! Это невозможно просто! Ты обвиняешь, не зная человека вообще! Ну, все, 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 все. Чего ты кричишь-то? Макар услышит. Все, все, спокойно, я спокойно. Не кричу. Я понял, Маша хорошая, все, я да понял. Да нельзя, меня это все, просто раздражает. Успокойся, в каждом все. Видишь, в каждом видишь, я не знаю, врага. Да я понял, Маша хорошая. Алло, это не Света. Стас, это Александра Сергеевна, если вы меня еще помните. Скажите, пожалуйста, вы не могли бы к нам подъехать? Свете нужна ваша помощь. Нет, это не телефонный разговор, нет. А, да, хорошо, спасибо. Приезжайте, спасибо. Еще раз спрашиваю, ты зачем приехал? Мы, по-моему, с тобой уже все обсудили. Я тебя хотел видеть. Я заехал в офис, мне сказали, что ты заболела. Ну вот, приехал навестить. Навестил? Можешь ехать обратно. Светочка, ну что ты, ей-богу. Стас, а почему вы чай не пьете? Мам, пусть она едет. Извините, Света, ну что ты, ну нельзя же так. Ну почему надо себя так вести? Ну оставьте меня все в покое. Света, ну, в конце концов, это неприлично. А, да, одну минуточку, я вам сейчас помогу. Дело в том, что у нас есть соседский мальчик, он к нам приходит, и вот это мам, вот рисунок... Хватит, хватит врать! Стас, это рисунки моего сына! У тебя есть сын? Да, у меня есть сын. Зовут Костя. Ему 7 лет. И он инвалид. Именно поэтому я не хочу возобновлять наши отношения. Мне не нужны сейчас никакие отношения. Мне вообще это не нужно в жизни. Свет, только из-за этого? Ты что, серьезно? А что у тебя с рукой? Ну-ка дай. Уезжай.
ночка выдалась. Просто Варфоломеевская. Если бы на полчаса опоздали, еще бы один гроб заказывали. Да уж. Странно это, Света. С виду вроде нормально. На психопатку не похож. Сереж, в этой деревне шкала нормальности немножко другая. Ты видел, как здесь все пышут душевным здоровьем? Чего одна чита Ермакова стоит с их постояльцем Родионом? Что не семья, то кладезь скелетов в шкафах. Ну, я смотрю, Маше повезло-то больше всего на свете. Она для тебя кристально чистая, верно? Подожди, а я что, в чем-то ее должен подозревать? Ну, как в классическом детективе. Преступник – это тот персонаж, которого подозревают меньше всего на свете, так? К чему это ты? Как к чему? Ну, ты сам рассказывал, что Маша училась на реставратора. Так. А не думал, что нож может принадлежать именно ей. Сереж, знаешь, что я думал? Что иконограф и мастер по восстановлению ювелирки металла – это совсем разные вещи. Ося! Остин! Крепче держать надо. Остин! Остин! Ося! Ося! Сработано. Характерная рана. Крови почти нет. Я думаю, что нанесен прямой удар в сердце между пятым и шестым ребром. А чего вы так уверены? Приходилось уже такое видеть. Прямое сердце между пятым и шестым? Так на зоне убивают, если не путаю. Чисто и тихо. Обычно заточкой. Уносите. Не нанесено обоюдоострым лезвием шириной 54-55 мм, прямым ударом между пятым и шестыми ребрами. Ранее обнаружены микрочастицы золота. То же орудие, что и у Ладыниной. Интересно, Серега, что здесь делал Троицкий? Ты кто? Вот как чувствовал, что из-за этого парня на неприятности нарвемся. Так это что, менты из-за старухи Ладыниной приезжали? Нет, блин, из-за английской королевы. Тогда, Кузьмич, надо мне к следователю идти. Света, с вами все в порядке? Она абсолютно здорова, абсолютно. Просто у нас ребенок. Какой еще ребенок? Мой внук инвалид. У него тяжелая форма аутизма. Вот заключение эксперта. Орудие убийства тоже, что и в случае с Ладыниной. Скифский нож. Если помнишь, Иванинку убили особым ударом, так убивать на зоне. Так вот, нам кажется, что, скорее всего, убийца как раз сидел. Что там твои ребята? Нарыли что-нибудь на месте преступления? Да ни черта они не нашли. Ни следов, ни отпечатков, ни окурков, ни жвачки, ничего. Вот так-то. Тогда вот, держи. Я думаю, это вам поможет. Информация на гражданина Ускова. Кстати, он копался в комнате Родиона, так что, скорее всего, он имеет отношение к этой истории со скифским ножом. По
Плюс к тому он сидел. Пускую, конечно, в розыск объявлю. Только он, скорее всего, на дно залег. Поищем. А вот найдем ли? Я бы на твоем месте съездил к одной приятной пожилой даме. Макар Андреевич, ну вы издеваетесь, что ли? У меня два убийства, орудие пропало и подозреваемый в бегах. А вы тут загадками говорите. Посмотри, пожалуйста, где Ускова взяли во второй раз, когда ему впаяли реальный срок? Был задержан в квартире матери Ускова, Надежды Тихоновны. И что? И что он там делал? Гражданка Ускова показала, что сын пришел поздравить ее с днем рождения. О картине Свиридова она ничего не знала. А еще Сергей уточнил, что гражданин Усков очень трепетно относится к своей маме и ни разу не пропустил ее дня рождения. А день рождения у нее когда? Завтра. Молодец. Если бы вы только знали, как я благодарна, что вы приехали. Я так рада вас видеть. Александра Сергеевна, я приехал ради света, не для того, чтобы сделать вам приятное. Если бы 10 лет назад вы были мне так рады. Я ж прекрасно помню. Свет, зачем он тебе нужен? Он тебе не пара. Он же гол, как сокол. Я очень виновата перед вами. Ладно, дело прошлое. Что со Светой? Я пытался с ней поговорить, но она молчит, даже в глаза не смотрит. Велела мне не приезжать. Мы совершили ужасную ошибку, Стас. И Света теперь во всем винит себя. Так. Давайте короче, Александра Сергеевна. Что случилось? Света отдала Костика в интернат для того, чтобы он прошел курс реабилитации. Угу. Мы ничего не знали. Нам дали какие-то бумаги подписать. Сказали, что, мол, это только так, это проформа. Для того, чтобы Костика туда взяли. Угу. Света подписала. А потом оказалось, что нас обманули. Подождите, я ничего не понял. Значит, Света отдала Костю в интернат, чтобы он прошел курс реабилитации, так? А вас обманули? Да. Лечение ребенок не получил, правильно? Правильно. Нет, все гораздо сложнее. Эти бумаги, понимаете? Оказалось, что Света подписала отказ. У нее теперь нет никаких прав на мальчика. Они не дают даже видеться с ним. Она хотела выкрасть его, ничего не получилось. Так. Значит так, первое. Ни в коем случае Свету одну не оставлять. Да. Ни в коем случае. Да-да. Второе. Костю я вытащу. Ну, но мне нужно знать детали этого дела. Ну как же вы его... Ну вот так, очень просто. Это моя забота. Чья это была идея с интернатом? Следователь из района приехал. 2 часа терзал. Когда с Иваненко последний раз виделись? О чем говорили, что выпивали? Достал! Что ты ему сказал? Сказал, в четверг виделись. По хозяйству он нам помогал. Ты должна будет что за самое сказать, поняла? Витя, но ведь... Не ведь! Наш дело сторона. Ничего не знаем, ничего не видели. Незачем кому-то знать, что Иваненко вчера заходил. Это ведь сокрытие информации. Статья. Статья. Это убийство. Все остальное баловство. А вот если сболтнем чего лишнего, того и гляди, дело пришьют. Хочешь, чтоб на меня все повесили? На что на тебя вешать-то? Ты ведь его не трогал? Нет. Биография у меня такая, что всех собак повесить можно. Салатик подай. А мне кажется, или у меня жена такая очень красивая. Витя, милый, не надо. Не сейчас. Витя, ну мне надо уходить. Витя! Куда это ты так спешишь? В церковь. Mm. Службу хочу заказать. Иваненко хоть и был беспутным человеком, но все же живая душа. Я недолго.
Андрюха? Здорово, друг. Добрый, добрый, добрый. Я по делу. Мне паспорта чистые нужны. Мне и супруге. Да, срочно. Да я доплачу за срочно. Привезти. Привезти в аэропорт. Вместе с билетами. Адрес записал? Танка строителей 18, квартира 94. Вызывай группу. Блокируй все подходы. Ждать появления Ускова. Брать будем по-тихому. Предупреди всех. Преступник может оказать сопротивление при задержании. Расскажите, улица танкостроителей, дом 18, это здесь? Да, здесь. Стоять! Гражданин Усков, вы задержаны. Стоять! Стрелять буду! Стоять! Ты как? По-тихому не получилось. Родион, у меня очень мало времени. Вы что, боитесь меня? Думаете, это я убил Ладынину? Я не знаю. Иваненко тоже убил. Ну, а если вы мне не верите, вы зачем пришли? Позвонили бы в полицию. Я очень хочу вам верить, поэтому и пришла. Вот. Вот ваши записи. Я их взяла из стола и сохранила у себя. Это все, чем я жил последний год. Клянусь вам этой книгой, я не убивал никого. Вы верите мне? Если нет, то все бессмысленно. Верю. Я вам верю. Нас может кто-нибудь увидеть. Муж не должен узнать. А иначе нас просто убьет. Липа, потерпите немного. Скоро все кончится. Вы уйдете от мужа. Вы же уйдете от него. Нас многое связывает. Прошлое, оно… Не думайте об этом. Главное – будущее. У меня просьба к вам. Пожалуйста, оставьте у себя пока эти записи. Вы их сохраните лучше, чем я сейчас в этих условиях. Хорошо. Я их обязательно сберегу для вас. Но это единственное, что я могу пообещать. А сейчас мне пора. Давай. Чаечек решил, травяной заварить. Прекрасно. Тот сам, что ли? Да, тот самый. Слишком много кофе пьешь. Спасибо. Пожалуйста. Ну, куда ты? Слушай, скажи, пожалуйста, почему ты так Маше не доверяешь? Почему доверяю? Просто опасаюсь. Ты считаешь, что она может разбить Макару сердце? Мне кажется, что в ней есть какая-то чертовщинка. Может, тебе просто шатенки не нравятся? Мне просто больше нравятся блондинки. Да? Ты что? Да. Это интересно. Ну-ка. Ничего себе. Черт, тут ты. Попробуй. Нет, я не пью травяные чаи. Что, совсем все плохо, да? Совсем плохо. Не-не-не, я не буду. Я вот лучше печеньку. Нет. О, я смотрю, вовремя. Вали чайку, Макару. Чайку будешь травяной? Давай. Твоя мама прислала лечебный сбор. Ага. Говорит, выводит из организма токсины и шлаки. Ну? Велела пить вечером и утром. Ну, обещала полную нирвану и после недели употребления. Давай, попробуй. Сейчас и очистимся. Что за адская смесь, а? Давай-ка лучше традиционно кофе. Я уже поняла. Ну, ладно. Пойду, заварю кофе. Давай. Да, мама. Давай, рассказывай, что наездил-то. В общем, пообщался я с друзьями Красильникова. Не сказать, что у него их много, но все отзываются о нем как о человеке с большими странностями. Давай, удиви меня. Вот слушай, завалил однажды экзамен по сравнительному литературному анализу. Ну и в качестве возмездия своему преподавателю прямо в портфель дохлую ворону подкинул.
Да он, оказывается, еще мстительный. Да уж. Подходящий штришок к портрету. А еще история. Как-то познакомился с патологоанатомом. Настолько тесно, что стал ходить на все вскрытия. Потом еще перед девчонками хвастался. Но те, видимо, не оценили. Да, это, конечно, все мило, но это не поможет нам понять, где Родион скрывается и как его найти. Да, вот ребят Калинина тоже с толку сбились, пока результат в ноль. Чего делать будем? Ну, кофейку попьем, а там решим. Давай. Теперь Митю отпустят? Думаю, вряд ли. Ну, почему ты же сказал, что Иваненко убили тем же ножом, что и маму? Значит, это убил один и тот же человек. Понимаешь, почерк не совпадает. Я думаю, что это сделал кто-то другой. И, скорее всего, Усков, который охотится за этим ножом. Это тот, который на тебя набросился? Да. Надеюсь, его поймают, и в деле появится хоть какая-то ясность. Ну, ты же мне расскажешь, когда станет все ясно. Ну, конечно, расскажу. Ты же моя клиентка. Mm-hmm. И должна быть в курсе всех событий. Mm-hmm. Да. Я твоя бесплатная клиентка, которая влюблена в тебя. Ваш это не первый опыт, гражданин Усков. Сами все знаете насчет добровольного признания. Знаю, они учитываются при вынесении приговора и могут облегчить участь обвиняемого. Только у вас на меня ничего нет. Тогда что вы делали в комнате Родиона Красильникова? И почему сбежали при появлении гражданина Илюшина? Свидетели показали, что вы расспрашивали Иваненко о Красильникове у магазина. Иваненко? Что-то я не помню такого. Нет, я сейчас напомню. Вот это вот, Иваненко. Его тело было найдено в развалинах. Причина смерти – ножевое ранение в области сердца. Так что давайте, напрягите память и отвечайте на поставленные вопросы. Да на какие вопросы, гражданин следователь? Что вы делали в комнате у Красильникова? Поговорить с ним хотел. О чем? Допустим, я узнал, что этот Красильников ухлёстывает за моей женщиной. Хотел выяснить ситуацию. Да. Там полковник из УБП в приемной. И что? У него постановление, Ускова у нас забирает. Плохо. Ладно, будем думать. Все равно спасибо, что сообщил. Давай. Ускова задержали. Только все без толку. У него есть алиби на момент убийства. А нож нашли? Ножа при нем нет. При обыске ни в квартире, ни в машине тоже ничего не нашли. Послушай, Маша, я понимаю, что я тебя уже спрашивал, но тебе точно незнакомы фамилии Артемьев, Троицкий? Может быть, мама что-то говорила? Точно нет. Но ты же спрашивал. Ну зачем ты опять это делаешь? Понимаешь, Артемьев — криминальный торговец антиквариатом и ювелирными изделиями. Усков на него работает. Троицкий их эксперт. И мы нашли эскизы ножа у него в мастерской. Может быть, Артемьев отдал этот нож ему на реставрацию. А как он тогда оказался у нас в поселке? Вот это и нужно выяснить. Так. Машину Троицкого видели возле вашего дома. Погоди. Ты же мне говорила, ты тоже реставратор. Может быть, он к тебе приезжал, а? Не может. Я не занимаюсь металлами. Моя специализация – это иконы, понимаешь? Ну, хочешь, я тебе диплом покажу, там написано. Ладно, не надо. Действительно, тебе этот нож зачем? Может, Троицкий и Усков заодно? Маш, не копай. Я когда разберусь, тебе все первое обо всем расскажу. Хорошо, молчу. Может, в дом пойдем? Холодно. Пойдем. Так, ну что, давай действовать логически. Как говорится, самые простые построения, как всегда, самые правильные. Принцип действия бритвы Оккама.
Давай ближе к делу. Товарищ Иваненко был убит человеком, который явно сидел в тюрьме. Усков не убивал. Единственный, с кем Иваненко общался, это Ермаков. Так, оптимизируй. Алиби может подтвердить только жена. А муж и жена, как говорится? Да, Сереж. Ты руки Ермакова видел? Ты имеешь в виду его наколки? Да. Я думаю, что они сделаны на зоне. Потом он, конечно, хотел их перебить, но перебил плохо, потому что первоначальный рисунок виден. Ну что ж, чувствую, что пора познакомиться поближе с этим гражданином Ермаковым. А ты тут не скучай без меня. Приложу все усилия. Ираклий, поверь мне на слово, вещь действительно стоящая. Да ты ее потом в три раза дороже отдашь. Решай сейчас, Ираклий. Нам валить нужно. Все, давай, жду звонка. Вещи собрала? Какие вещи? Самые необходимые на первое время. Выезжаем мы. Давай, 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 быстрее, в темпе, время, деньги. Нам к 7 часам в аэропорт нужно еще. Как к 7? Сегодня? Нет, блин, на Новый год. Поторопись, Липа. Давай, давай, в темпе. Зачем, Витя? Ведь жили как люди. Как люди жили? Да ты посмотри вокруг, как мы жили. Как нищеброды мы жили. Так. А теперь заживем как люди. Считай, что это мое выходное пособие. Пенсионный фонд, так сказать. На домик в Испании хватит, а там... Так, ладно. Да и все. Все, давай, давай, Витя, давай, Липа. Ты же мне обещал. Ты же мне слово дал, что больше никогда. Сволочь! Еще раз ты на меня руку подымешь, я тебя закопаю, тварь! Поняла меня? Я не слышу, поняла меня? Поняла. Вещи собирай. Слушай, это невероятно. Он целый день с телефонами расстается. Он, по-моему, прирос уже к нему. Работает человек. Работает. Звонит, 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 звонит. Ну что, наша парочка оказалась большим криминальным прошлым. У кого это криминальное прошлое? У Ермаковых. У Липы с Виктором? Да. А у Виктора, кстати, фамилия не настоящая. Настоящая Нелидов. Видно, переделал документы, чтобы скрыть свое прошлое. Ух ты! Поэтому Калинин на него ничего найти не мог. Именно. Мои ребята тоже ничего не нашли. Пока фотографию по базе не пробили. О как. Работал с женой. Угу. Липа была наводчицей, а он исполнял. Грабили квартиры, брали драгоценности, антиквариат. А потом он был осужден за убийство и грабеж на 10 лет. Вышел по УДО за примерное поведение. Кстати, свою жертву он заколол ножом прямым ударом в сердце. Боже, ужас какой. Слушай, это невероятно. Так вот живут люди, да? Нормальные, тихие. Так с виду не подумаешь никогда. Черти, Ник, как разводится в тихом омуте. Ее пшеничные волосы были раскиданы по плечам, грудь вздымалась. И как ни пытался, он не мог понять, что делает эта роскошная, утонченная женщина рядом со своим злобным мужем-недомерком. Писаки твоего, что ли? А муж недомерок выходит? Я? Вот значит, почему ты со мной ехать не хочешь. Сбежать с ним захотела. С этим чехоточным. Витя, Витенька. Что, Витенька? Успокойся, прошу тебя. Это просто записи. Он попросил их подержать у себя какое-то время. Это все. Витя! Сюда иди! Это просто книга! Он попросил подержать! Попросил подержать! Он вывесил! Витя! Хватит мне лапшу на уши вешать! Сказки тут рассказываешь! Хочешь к нему? Иди к нему. Только не забудь ему рассказать о своем бурном прошлом. И о том, как я снял тебя с панели. И о том, как отмазал от твоего сутенера.
И еще не забудь рассказать, как ты потом меня на богатые хаты наводила. Не забудь рассказать. Хватит выть! Запомни, раз и навсегда. Никому ты, кроме меня, не нужна. Со мной тебе жить, со мной и умрешь. Вещи собирай, чтоб через 5 минут в машине сидела. Мог убить Иваненко, мог следы замести, так, чтобы милиция ничего не обнаружила. Но зачем ему это надо? Он же в завязке. Сереж, это как с алкоголиками. Бывших не бывает. Был в завязке, да слетел с резьбы. Да, но для этого нужен повод. А скифский нож? Здесь без него не обошлось. Чем тебе не повод? Так, потом. Пошли. Ну что, пошли. Хозяева! Вы дома? Виктор Кузьмич! Липа! Макар! Ух ты! Ушел наш подозреваемый, судя по всему, в спешном порядке. Чай заварили минут 20 назад. Так, до трассы по грунтовке минут 15 езды. Если после дождя дорогу размыло, еще можем успеть. Погоди. Ты смотри. Ну что там? Родион Красильников. Так, все, поехали, поехали. Это ты Лешу Иваненко убил? Тебе-то какая разница? Меньше знаешь, крепче спишь. Мне надо знать правду, Витя. Ты! Ты же клялся мне! Клялся, что завязал! Теперь завязал! Сейчас товар скину. Заберу деньги, документы. И махнем за кордон. Начнем новую жизнь. Разве ты не этого хотел? Черт! Кто же у нас там на хвосте-то сидит? Ну ладно. Давай, погоняемся. Давай, Серега, гони, Серега. Да не говори ты под руку, Макар. Давай, давай, давай. Давай активнее. Ну что, голубчики, никуда вы не денетесь. От меня еще никто не уходил, Макар. Не надо, Витя. Остановись. Я прошу тебя, не надо. Захлопнись! Не лезь под руку. Так просто они меня не возьмут. Достали они меня! Тихо, тихо, тихо. Все нормально. Спокойно, убери пушку. Спокойно, спокойно. Давай просто поговорим. Не о чем нам с вами говорить! Видишь, мы без оружия. Спокойно. Светлана Царёв добровольно отказалась от родительских прав, и никаких денег я от нее не получала. Эти ваши вот мифические 300 тысяч, вы никогда это не докажете? Возможно, но я докажу кое-что другое. В прошлом году 12 детей одновременно получили пищевое отравление. Проверка была, у нас все нормально. Будет еще одна, более детальная, которая выявит, что фирма, у которой вы закупаете продукты, принадлежит вашей дочери, так? Так, и 4 миллиона бюджетных средств, выделенных на реконструкцию детской площадки. Где они? 2 домика и 1 горка. Зато на стоянке рядом стоит новый внедорожник. Ваш? Ваш. Ваш. Хорош. И чего вы хотите-то? Я хочу, чтобы Светлана Царёва была восстановлена в родительских правах, и чтобы Костя как можно скорее оказался дома с мамой. В противном случае я... пойду в прокуратуру. Я подниму все свои связи. И вы сядете. Сядете, сядете. Не верите?
Мне досконально известна ваша афера с Ладыниной. 300 тысяч поделили? Поделили. Не хотите по-хорошему, ладно? Ну ладно, ладно. Дала она мне ровно половину. Но она меня сама уверяла в том, что Светлана не может дать ребенку полноценный уход. Что она психически ненормальна, нестабильна. Я согласна. Сделать все возможное, чтобы изменить ситуацию. Но восстановить в родительских правах так быстро не получится. Ничего, мы подождем. Но недолго. Когда надумаете вернуть Костю, позвоните. Всего хорошего. Ты зачем приехал? Тебя повидать. Новостями поделиться. Поешь пирога. Я не хочу есть. Не хочу видеть тебя. Мне неинтересны твои новости. Может, послушаешь сначала? Нет, Стас. Давай не будем делать вид, что мы с тобой старые друзья. Не прикидывайся. Я был в интернате. Я тоже была там. И не раз. Ничего сделать нельзя. Я разговаривал с заведующей. Она пообещала помочь с возвращением родительских прав. Это невозможно. Процедура, конечно, долгая, но Костю забрать из детдома можно будет уже через неделю. Подожди, в прошлый раз она меня сдала в полицию. А меня не сдала. Наверное, просто я был более убедительным. Поедем, сама увидишь. Ну, поешь пирога. Поешь. Ты знаешь, вот что не отнять у твоей матери, готовит она потрясающе. В ваших же интересах рассказать все, как было на самом деле. Вы же понимаете, что с таким прошлым с вами церемониться не будут. Повесят оба убийства, и обеспеченная старость гарантирована. Молчанка ни к чему не приведет. Вот этот нож был найден в вашей дорожной сумке. Думаю, экспертиза подтвердит, что нож является орудием убийства. Точнее, двух. Ладынины и Иваненко. Ладно. Я расскажу, как все есть. Только, майор, за откровенность с тебя оформление явки с повинной. Договорились? Договорились. Оформлю. Рассказывай. Иваненко я убил. Он, дурак, похвалиться решил передо мной. Медаль ему захотелось. Алкашу подзаборному. Ермаков! Вы можете говорить человеческим языком, не первый раз показания даете. По порядку, с датами. Хорошо. Человеческим, то человеческим. С Алексеем Иваненко мы договорились встретиться 19 числа. Он уверял меня, что нашел нож, которым убили Ладынину, в лесу. Я по-хорошему хотел дело решить. Продали бы нож. Деньги-то большие, поделили бы их, да и... Орудие убийства. Сдам полиции, к награде приставят. Дай-ка посмотреть. Уперся он, как баран! Э, посмотрел и хватит. Давай вертай назад. Сейчас. Давай вертай. Сейчас. Э! В полицию он хотел нож сдать. А я о будущем нашем думал. Хоть сейчас по-человечески пожили бы. Да нет у нас с тобой будущего, Витя. Не умеешь ты жить по-человечески. И уже не научишься никогда. Я могу идти?
Завтра днем сможете подъехать, показания дать? Да. Тогда сейчас вы свободны, а завтра трем. Я вас жду. Липа. Отведите ее. Липа! Липа, подожди! Ермаков! Спокойно. Стоять! Посади его! Сядь. Десять лет вместе. И не посмотрела. Ну все, успокоился. Можно продолжать? Можно, можно, начальник, можно. Иди. Рассказывайте об обстоятельствах убийства Ладыниной. А я, начальник, за чужое преступление сидеть не собираюсь. Не трогал я Ладынину. А как с Иваненко было, я уже все рассказал. Значит, Иваненко нашел нож и платок в лесу. Сказать-то он сказал. А как на самом деле было, я не знаю. Ты сыскарь. Ты ищи. Водички можно попить? Можно. Мой фирменный кофе готов. Ты куда? Я скоро. Илюша! Ну, в общем-то, так бы сразу и сказал. Нормальный кофе. Ты меня напугал. Я думаю, кто вошел. А оказывается, кто-то вломился без спроса. Что, соскучился? Я соскучилась. Быстрым движением темноволосая красотка схватила тускло блестевший нож и вонзила его в грудь своей матери. Старуха захрипела и осела на пол. Бестия сняла с головы китайский шелковый платок, нежный, как предрассветные облака, и бережно завернула в него кровавленный скифский нож. Ничего не напоминает? Напоминает. Дешевый романчик. Темноволосая красотка. Этот платок я видел на тебе, когда чуть не сбил на велосипеде. Про нож и старуху, надеюсь, ничего объяснять не нужно? Нужно. Потому что я вообще ничего не понимаю, при чем здесь я? Это записки твоего соседа Родиона Красильникова. Очень занимательное чтение, как оказалось. И, похоже, он видел, как ты убил свою мать. Что? Ты про этот платок? Я привезла два платка из Китая себе и маме. Маме платок не понравился, она его кому-то подарила. А вот это диплом ты еще вчера хотел проверить. Давай. Послушай, Маша, ты пойми, слишком много совпадений. Я должен был проверить. А Родиона ты не хочешь проверить? Мне кажется, он следил за нашим домом. Может, он маму убил? Может быть, нужно было у него сначала нож проверить? Послушай, нож уже нашли. Он у Калинина. Маш, послушай, я правда должен был все проверить. Проверил? Выметайся. Маш, это моя работа. Я разрабатывал все версии. Значит, ты меня разрабатывал? А я-то дура думала. Илюшин, ты уволен. Убирайся к черту. Маш. Да, много чего вроде он написал.
И самое удивительное – подозрительная осведомленность деталей. Если сделать поправку на одержимость гражданина Красильникова скифским ножом, возможно, убийца именно он. Убийца или свидетель, какая разница? Где вот он сейчас? В поселке давно не появлялся. Никто его не видел. Где его искать? Проходите. Садитесь. Вот сейчас мы это и узнаем. Что узнаете? Липа Ильинична, вам известно, где сейчас находится ваш жилец Родион Красильников? Мы подозреваем его в совершении тяжкого преступления. Убийство Ладыниной. Он этого не делал. Он не мог. Я точно знаю. Тогда мы с ним побеседуем и снимем с него все подозрения. Вы знаете его адрес? Я не знаю. Телефон! Не знаю. Гражданин Красильников не оставлял мне никаких контактов. Подожди. Дай мне пару минут, а? Ну, ладно. Попробуй сам. Либо Ильинична, вы так самоотверженно защищаете Родиона, он ведь вам дорог, так? Тогда я прошу вас, помогите его найти. Чем больше он будет скрываться, тем сильнее его будут подозревать. И если он не виновен, мы обязательно это докажем. Повесите на него убийство, и думать нечего. А кто настоящего убийцу искать будет? Я. Я буду искать до самого последнего конца, пока не найду. И я вам обещаю. Или вы хотите, чтобы Родион всю жизнь был в бегах, и вы его ждали? Но разве такое будущее вы себе видите? Так, адрес, по которому Родион получает почту, у нас есть. Отлично. Значит, скрывается по этому адресу или где-то рядом. Подожди. Портфель забыл. Калинин. Алло, Маш, привет. Привет. Слушай, у нас есть адрес Родиона. Сейчас со следователем едем к нему. Ты думаешь, это он убил? Не знаю, скоро все прояснится. Я тебе все расскажу, когда вернемся. Маш, послушай, ты мне прости, что... Я подозревал тебя. В общем, я был неправ. Да перестань, ты не должен оправдываться. Это я виноват. Извини. Ладно, все, мне пора. Я вечером к тебе зайду, хорошо? Ладно, заезжай. Я заглажу свою вину. Только будь осторожен, хорошо? Ну что, поехали? Поехали. Это, кстати, многое объясняет. Так что я не удивлен. Маловероятно, что мы тут найдем Красильникова. Да и адрес этот дан для отвода глаз. Что ты думаешь, он обманул даму сердца? Или дама сердца обманула нас? Пошли, проверим. Давай, давай, Ось. Добрый день. Здравствуйте. А Макар дома? Так он по делам уехал. А у вас что-то срочное? Нет, ничего срочного. Мы просто повздорили немножко с утра. Я хотела извиниться. А вы вечером сегодня на ужин приходите. Вот будет повод извиниться. Как раз свое извинение передайте лично в руки. Я вечером, к сожалению, не могу. У меня срочные дела. А откладывать не хотелось. Передадите? Ну, давайте. Угу. А, Маш, а это... А это цветок. Ему понравится. Пошли, Вась. Извинения передавать. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы следователь Калинин? Он отъехал. Могу вам чем-то помочь? Сержант Тищенко, вот здесь с делом помогаю просто. Это дело Владыниной?
А как вы узнали? Я ее дочь. Примите мои соболезнования. Хотите присесть? Спасибо. Вы очень любезны. Ой, я даже как-то не ожидала. Вы только не поймите меня неправильно, но здесь, в полиции, сложно встретить действительно воспитанного человека. Зря вы так говорите. Следователь Калинин очень воспитанный человек. Да, но в нем нет вашей деликатности и понимания. Это не каждому дано. Вы знаете, я приехала ознакомиться с делом, но раз его нет, я, наверное, пойду. Что вы? Подождите, Калинин скоро вернется. Буквально через полчаса. А пока, если хотите, вы можете ознакомиться с делом. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Знаете, возьмите. Я вот сразу поняла, что вы очень хороший человек. Женщины это чувствуют. Извините, мне нужно работать. Да, конечно. Простите, а это тот самый нож? Да, отправляем на экспертизу. Хотите посмотреть? Да, пожалуйста. Вот. Нож, которым убили мою маму. Что с вами? Ой, простите. Вам плохо? Ой, да. Сейчас. Подождите, я воды принесу. Ну что, подведем итоги. Среди сотрудников Красильников не числится, никто его не знает. Да, среди пациентов не значится тоже, и никто из родственников у него здесь не лежит. Последняя надежда оборвалась. Ладно, по домам. Объявляю Красильникова в розыск. Да, да, Калинин. Еще днем отправляли. Что? Как не могли. Ладно. Что случилось? Да эксперт звонил. Тищенко сегодня днем на экспертизу нож отправил. Скифский. Так, и что экспертиза? А то, что ножом этим не убивали. Это подделка. И кровь на ноже краска. Ага. Договоренность в силе, он у меня. Встретимся завтра. Деньги должны быть утром, номер счета у вас есть. Оказалось, что Света подписала отказ. У нее теперь нет никаких прав на мальчика. Стоять! Стрелять буду! Все, давай, 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 Липа! Ты же мне слово дал, что больше никогда! Сволочь! Нет, я допускаю, Ермаков мог убить Иваненко и мог следы замести, так, чтобы милиция ничего не обнаружила. Но зачем ему это надо? Он же в завязке. Сереж, как с алкоголиками. Бывших не бывает. Достали они! Спокойно, спокойно. Давай просто поговорим. Ты про этот платок? Я привезла два платка из Китая, себе и маме. Маме платок не понравился, и она его кому-то подарила. Да. Да, Калинин. Еще днем отправляли. Что? Как не могли. Ладно. Что случилось? Да эксперт звонил.
И что, экспертиза? Ножом этим не убивали. Это подделка. И кровь на ноже – краска. Договоренность в силе, он у меня. Встретимся завтра. Я все сделал, как положено. Упаковал, подписал. Приложил постановление. Кто был в кабинете, когда ты готовил вещдок к отправке? Никого. Только перед этим заходила потерпевшая, дочь Ладыниной. Хотела с делом ознакомиться. Как только нож увидела, чуть в обморок не упала. Я ей воды принес, она выпила и сразу ушла. Тищенко, ты в своем уме, чтобы через полчаса был протокол на мое имя? Есть. А может быть, мне еще тебя задержать? Не понял. А меня на каком основании? На основании причастности к похищению вещественного доказательства. Ты выдумал несуществующий почтовый адрес Красильникова, выманил меня, а твоя сообщница украла нож. Послушай, моя сообщница мне ничего не говорила. И о краже ножа я узнал от тебя. А по поводу адреса можем позвать Липу на очную ставку, и она подтвердит. Ты звонил ей перед тем, как мы поехали за Родионом? Конечно, звонил. Я должен держать ее в курсе событий, она мой клиент. Так, все. Расследуй подальше от моего кабинета. А если я тебя еще раз увижу, задержу на трое суток. Калинин. Что? Послушай, не кипятись. Ты пойми, нас здесь всех надули. Если мы будем действовать сообща, мы найдем этот нож. Mm. Знаешь, что нужно сделать? Во-первых, нужно провести обыск в доме Ладыниных. И что искать? Понятно, что она туда больше не вернется. И нож там прятать не станет. Ну, хоть какие-то зацепки. Угу. Так. Так, срочно. Объявляйте в розыск Ладынину Марию Олеговну. Макар. Серег. О, Макар, привет. Ты как раз вовремя. Маша тут кое-что передала, пока тебя не было. Как ты съездил? Макар. Сереж, не хочешь рассказать, что случилось? Что с Макаром? Маша из полиции украла скифский нож. Этого не может быть. Вот как раз может быть. И все это она провернула благодаря информации, полученной от Макара. А уверены, что это сделала именно Маша? Что тут не произошло какое-то недоразумение? Вы сейчас просто так наезжаете на человека. Уверены, больше некому. Я не верю, что Маша могла это сделать. Я тоже не думаю, что снаряд может попасть в одну и ту же воронку два раза. Все благодаря твоей нормальной Маше, которая пошла по стопам Наги. А что ты на меня-то кричишь? Так я-то здесь при чем? Успокойся. Правильно, давайте все тут дверьми хлопать. Наверное, ты меня сейчас ненавидишь. Я это заслужила, потому что обманывала тебя. Прости. У меня не было другого выбора. Надеюсь, что когда-нибудь ты меня поймешь. Возможно, наши отношения начались как игра, но те чувства, которые я испытывала к тебе в последнее время, были настоящими. Я люблю тебя. Жалко, что мы не встретились при других обстоятельствах. Теперь все деньги на вашем счете. Не ищи меня. Я понял, да. На почте. Хорошо, да. Пока, спасибо. Ну что, собирайся. Едем в гости к Родиону. Ты адрес-то узнал? Мой друг с обширными связями среди почтовых служащих рассказал, что почту доставляют на вахту нашего дома презрения. И? И теперь любой или пациент, или врач может взять почту у вахтера. Подожди, но он же не врач, никто. Это сейчас никто, а раньше был медбратом. Ага, то есть почту может забирать по старой памяти. Конечно. Так что поехали. Осталось всего встретить в условленном месте. Да. Ты от гадости избавишься? Пусть живет. Давай. Уже 3 часа здесь сидим. Хорошо, что Ника бутерброды сделала. Ты лучше о деле так думал, как о еде. Знаешь пословицу? Когда я ем... Погоди. По-моему, Красильников. Точно. Вот и птичка в клетке.
Сереж, а? Ты только полегче, просто поговорим. Разберемся. Родион, на пару слов. Тихо. Не убивал я никого! Тихо. Так откуда же столько подробностей, если, как вы говорите, не убивали Ладынина? Я писатель, мне достаточно моего воображения. Слишком много совпадений выдало ваше воображение. А удивительное сходство вашей главной героини и моей Ладыниной тоже ваше воображение подсказало. Я работал ночами и заметил, что как только гаснет свет в доме Ладыниных, тут же загорается окно в комнате Маши. Я предположил, что она что-то скрывает от родных. Меня это вдохновило, и я решил списать злодейку с Машей. Так, подожди. А про скифский нож ты как узнал? Ну я же сказал, что я наблюдал. Тихо. Я решил, что мне нужно ближе узнать жизнь моей главной героини. Поэтому и наблюдал за Машей. Она меня чуть не застукала пару раз. Однажды ночью я увидел, что она что-то жжет за домом. Я дождался, когда она уйдет. И вытащил один из листков. На нем был эскиз древнего ножа. Это была удача, это была большая удача. Я понял, что нарисованный нож, он идеально подходит к моему роману как орудие убийства. Но, конечно, пришлось покопаться в архивах, чтобы узнать происхождение ножа. Так, а что ты видел, когда следил за домом Ладынина? Да не следил я! Я наблюдал. Спокойно. Хорошо, когда наблюдал. Ты видел, кто входил в дом перед Митей Ладыниным? Была женщина. Я не разглядел ее лица, но я сразу узнал ее. На ней платок был, какой Маша Ладынина носит. А Митя пришел после нее. А потом уже вы подошли. Пошли поговорим. Макар, все сходится. Маша тогда утверждала, что не ее брат убил, потому что она убила свою мать. Да подожди ты, Сережа, ничего не сходится. Платков было два. Свой Маша мне показала. Перед тем, как мы нашли нож у Ермакова, который был завернут в другой платок. Осталось узнать, кому принадлежал этот второй платок. Ну, Серега, самому интересно. С этим что делать будем? Ну чего, отведем его к Калинину, пусть показания дает. Давай, ты вези к Калинину, а я кое-что проверю. Ну что? Пора исполнять свой гражданский долг. Какой еще долг? О, Макар, здравствуйте. Вы ко мне или к Свете? К вам. Да, я вас слушаю. Вы с Ладыниной были близкими подругами, так? Ну, да. Я бы хотел узнать, куда делся второй платок. Какой платок? Китайский, шелковый. Маша рассказала, что привезла два платка. Себе и матери. И свою Юлию Михайловну кому-то подарила. Ох. А что вы стоите? Проходите. Минуточку, сейчас. Садитесь. Ну, что у вас там за история с платками? Я говорю, что Юлия Михайловна свой платок кому-то подарила. Да. Она, знаете ли, у нас была девушка разборчивая в плане одежды. Платок ей не понравился, носить она его не стала. Сочла его очень темным, сказала, что он и старит, и, в общем, так вот. А что такое? Что это за вопрос? Свидетель видел, как убийца входил в дом в этом платке. В этот платок был завернут нож со следами крови Ладыниной. А Машин платок? Он все еще у нее, и я его видел. Так что остается только один, который Юлия Михайловна, судя по всему, подарила вам. Круг сужается до двух подозреваемых. У меня один вопрос, кто носил платок? Вы или Света? Скажите, Макар, у вас сейчас есть время? Вы можете меня в город отвезти? Мне нужно к следователю. Сначала ответьте на вопрос. Нет. Это срочно. У меня нет времени. Я хочу сознаться в убийстве. Вы
Как странно, Свет. Оказаться в этом парке 10 лет спустя. Я все время думаю, как бы все случилось, если бы я тогда не послушала маму и не выгнала тебя. Хотя мама тогда все время под дудку Ладыниной плясала. Не знаю. Не знаю. У тебя же кто-то был? Отец Кости? Был. Да сплыл. Как только Костя появился. Потому что Костя особенный. Да. И потому что отец Кости был женат. Я думала, будет небольшая интрижка. Так, отвлекусь, забуду тебя. Получилось. Алло. Да, я. Вы хотите вернуть Костю? Хорошо, мы с утра завтра заедем. А я же говорил, у нас все получится. Нет, подожди, Стас, а если я не смогу? Ведь я уже пыталась один раз. У меня даже нервный срыв был. Я даже руки на себя хотела наложить. Ты мне это брось. Да ты не знаешь, какой это ребенок. За ним нужно смотреть каждую минуту. Он может кричать просто так, без причины. Он почти не разговаривает. Во-первых, я тебе помогу. Во-вторых, мы найдем для него нормальную развивающую программу. О деньгах не беспокойся. Деньги есть. Я заплачу. Все будет хорошо. Все началось с того, что Юля Ладынина предложила устроить Костика в интернат на реабилитацию. Для этого нужны были деньги, потому что так бы нам пришлось ждать своего чуди год, а так у Ладынины там были знакомые, в общем, она все устроила. Вы хотите сказать, что дали взятку начальству в интернате? Сумма? Большая сумма. 300 тысяч. Но я надеялась, что Костик за этот год подлечится. И Света хоть немножко отдохнет. Может, даже жизнь свою устроит. Денег у меня не было, естественно. Я бегала там, занимала везде. В общем, нашла я эти деньги и отдала Ладыниной. Потом оказалось, что нас обманули. И Костика у нас отобрали навсегда. Как вам вообще в голову пришла мысль, что отказ от родительских прав может быть фиктивным? Я не знаю. Я почему-то Ладыниной поверила. Нет, я потом, конечно, ходила к Юле и просила, чтобы она вернула это все назад, чтобы как-то помогла. Но она мне сказала, что это все нельзя сделать. И вообще, что мы должны быть ей благодарны, потому что Костик наш дебил. Это все, подождите, это все главное. Я как-то пришла к ней. Вот, опять я просила ее помочь, что-то сделать. И, понимаете, я у нее там увидела вот этот конверт, которым я деньги передавала. Вот. Я тогда все поняла. Почему вы не обратились в органы? Не написали заявление на Ладынину? Да я бы ее первый за мошенничество. Господи боже мой, какие там органы. Я в интернат ходила, я просила их. Они мне сказали, что все законно. У Светы тогда случился нервный срыв, а заведующая мне еще угрожала, что отправит Свету на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Вам плохо? Да. Дайте мне воды, пожалуйста. Все, 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 все. Давайте, идите, 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 пишите, давайте. Давайте, пишите. Я пришла к Ладыниной. Очередной раз
Я просила ее помочь мне. Она ничего мне не помогла. Там на столе лежал нож. Я его взяла. Я взяла. Взяла его. Я его этим ножом. Я ее ударила. Калинин. Так, я скорую вызову. Скорую, да, скорую. Не замерзла, а? Нет. Простынишь у меня еще. Да все в порядке. Мне давно уже не было так легко, как сейчас. Спасибо тебе. Слушай, Свет, поехали в магазин. Купим Косте новую одежду, карандаши, тетрадки там, ручки. Книги обязательно. Сейчас. И что-нибудь вкусненького. Подожди. Алло? Да. Света Царева. Что? Стас, мама в полиции. У нее там сердечный приступ был. Поехали. Живо. Быстрее. Мам, ты как? Слышишь меня? Слышу, Светочка, слышу. Все хорошо. Врач сказал, у тебя было 2 микроинфаркта. Но почему ты не говорила, что чувствуешь себя так плохо? Ты прости меня, Света. Я очень виновата перед тобой. Я тебе всю жизнь испортила. Мам, не думай об этом. У меня все хорошо. Стас со мной. Костю мы завтра заберем. Ты поправишься и поедешь домой. Главное, что у тебя все начало налаживаться. Ты должна жить, должна растить Костика, родить ребеночка Стасу. Ты помни об этом, когда все узнаешь. Мам, что узнаю? Это не важно. Я люблю тебя. Мамочка, я тоже тебя сильно люблю. Мам. А что с ней? Так, быстро в машину. Мам. Мама. Да сделайте что-нибудь. Мам. Мамочка. И куда теперь меня? Дальше по этапу? Садитесь. Сейчас подпишите постановление и поедете домой. Домой? Вы поймали убийцу? Вашу мать убила Александра Царева. Александра Сергеевна? Этого не может быть. Они с мамой дружили. Царева дала признательные показания. Я не верю. Я хочу с ней поговорить. Это невозможно. Александра Сергеевна скончалась 3 часа назад в больнице от обширного инфаркта. Подпишите протокол. И можете быть свободны. Подожди. Ника любимые вареники приготовила. Сереж, спасибо. Я не хочу есть. Ты со вчерашнего дня не ешь, Макар. Слушай, давай просто пойдем на кухню. Сядем. Спокойно. Поговорим. Слушай, Сереж, и оставь меня в покое, а? Займись своим делом, а я со своим сам разберусь. Пойду пройдусь. Макар, Маши там нет! Что вы? Если бы не вы, я бы так и сидел. Здравствуйте. Здрасте. Я тут прибираюсь немного. Жена послезавтра с сыном приедет. А? Вы, может, чаю хотите или поесть? Нет, спасибо большое. Скажи, а где Маша? Она же вроде должна была тебя встретить. Нет, она позвонила только сразу, как я телефон включил. Угу. Сказал, что у нее все хорошо, но она в отъезде. Когда сможет, перезвонит. Я сам хотел перезвонить, но телефон выключен. А почему вы спрашиваете? Понимаешь?
Она мне должна была кое-какую информацию передать по поводу скифского ножа. Видимо, забеглась и забыла, а это очень важно. Слушай, ты не против, если я у нее в комнате посмотрю? Смотрите, пожалуйста. И насчет чая подумайте. Спасибо. В следующий раз будьте, пожалуйста, осторожней. Хорошо, буду. Извините. Мне просто снова показалось, что там... Ты же мне расскажешь, когда станете ясно? Ну, конечно, расскажу. Ты же моя клиентка. Я твоя бесплатная клиентка, которая влюблена в тебя по уши. Смотри, что я нашел. Пару дней назад Маша открыла счет в банке. Ну и что это нам дает? Как что? Скорее всего, на этот счет поступят деньги от продажи скифского ножа. И она захочет снять деньги с этого счета. Так, Калинин объявил ее в розыск, и она, естественно, захочет купить новые документы. Ясно. Вообще, ребят, ничего не понимаю. Каким образом это может помочь вам в данной ситуации? Если мы узнаем, в каком из отделений она будет получать деньги, мы сможем ее взять. Привет, Кеш. Слушай. Ты давно ломал банковские системы? Я все равно считаю, что нужно позвонить Калинину. И рассказать, как мы устроили хакерскую атаку на банк. Во-первых, не хакерскую атаку, а тихий взлом. А во-вторых, мы свои источники информации можем не вдавать. А в-третьих, Макар, я давно тебе... Погоди, она идет. Теперь точно пора звонить. Да подожди ты со своим Калининым, а? Давай сами возьмем. Сейчас выйдет с деньгами из банка, зададим пару вопросов, потом зададим твоему Калинину. Спасибо. Липа! Как вы напугали меня! Мне на секундочку показалось, что это Виктор. Но неужели вы в самом деле его так боитесь? Я ушла от него, а он этого так просто не оставит. Липа! Липа, я обещаю вам. Нет, я клянусь. Я смогу вас защитить от него, от всех. Вы верите мне? Я не хочу здесь больше оставаться. Давай уедем. Уедем. Я уже и записи твои собрала. До этого ничего не нужно больше. Как не нужно? А как же твоя книга? Ты что, ее не будешь дописывать? Я уже дописал ее. Я даже отправил в одно издательство. У меня завтра встреча с шеф-редактором. Ой, сколько можно денег-то считать? Второй час сидим. Походу, упустили мы ее. Пойду посмотрю. Давай.
Держи. Это что? Смотри. Да. Получила деньги, зашла в туалет. В кабинке обнаружили вот это. Теперь мы ее точно не найдем. Как это не найдем? Мы ее не найдем? Еще не вечер, Макар. Эх, что бы ты без меня делал? А что бы я делал без друзей из ГИБДД? Штрафы бы оплачивал за неправильную парковку. Ну, я и так оплачиваю. Так, что у тебя тут? Вот. Но без них бы я не достал запись с камер видеонаблюдения у банка. Так. Сейчас, сейчас. А вот она. Во сколько вошла? В 11:45. А? Ну-ка, дальше. 11:45. Так, подожди, подожди. Подожди, подожди. Мотай назад. Давай. Стоп. Походу, это она. Узнал милую по походке? Да нет, Серёж, посмотри. Женщина с такой внешностью до этого в банк не входила. Так, ну, давай дальше. Так, Ага. Так, а вот и такси, на котором она уехала. Номер пиши. Ага. Слушай, как думаешь, а таксист вспомнит эту шикарную женщину? Вспомнит, куда я подвозил? Предлагаю проверить. Вперед. Кажется, наш. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Макар Алёшкин. Сергей Бабкин. Частные детективы. У нас пару вопросов. Скажите, вы сегодня девушку подвозили с улицы Институтской, невысокого роста, брюнетка, черные очки и в черном пальто? Я пассажиров не запоминаю. Главное, чтобы платили и не курили в машине. Посмотрите на фотографию. Узнаете? Ну, вы знаете, сколько у меня их каждый день? Ну, не запоминаю я. Я смотрю, вы навигатором пользуетесь. Ну, можно взглянуть, а? Смотрите, если надо. Только недолго. Мне все-таки работать еще. Хорошо. Во сколько она уехала? В 12:05. 12:05, улица Подбельского, 38. Может, хоть подъезд вспомнить, а? А, вспомнил. Она не доехала, квартал за 4 вышла. Вот здесь вот где-то. Вот. Томашевской. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Где нам теперь ее искать? Делка квартирной, обход по домам? Интересно, куда же она могла? Да куда угодно. Поймал участника и уехала в другой конец Москвы. Так, 19. Томашевской, Томашевской. Откуда я это знаю, а? Вспомнил. Я пробивал по базе. Филиппова. Нина Дмитриева, кажется. Помнишь? Это которая сестра дяди Жени, последнего мужа Ладыниной. Точно. У нее здесь квартира. Дом 15, квартира 350. Все, Серый, дальше я сам. Макар, не дури. Серег. Макар, подожди. Давай позвоним Калинину, пусть приедет. Сам все разберет, ее арестуют. Сереж. Макар. Сережа, послушай, я сам лично приведу ее к Калинину. Слово даю. Шевского, 15. Илюшин слушает. 7-й подъезд, 12-й этаж.
где нож? Там, где и должен быть. Ты умный, я думала, сам догадаешься. Я спрашиваю, как в вашем доме оказался скифский нож? Иконы не единственная моя специальность. Еще я занимаюсь оружием. И? Мне позвонил Троицкий и предложил халтуру. Обратиться в официальные реставрационные мастерские он не мог, потому что с историей ножа было что-то нечисто. И он предложил мне в частном порядке им заняться. Я изучила нож и поняла, что это мой шанс. Если сделать все быстро, то можно хорошо заработать. Значит, у нас не отберут дом за долги. К Мите вернется жена, и он будет счастлив. Естественно, я согласилась. И ты решила его украсть. А как, по-твоему, он оказался у Артемьева? Ты вообще знаешь, кто такой Артемьев? Знаю. Продавец антиквариата. Да ты спроси у любого, кто этим занимается, как он проворачивает свои делишки. Как он на последние деньги отжимает у бедных вдов гравюры Дюрера. Или подлинники Вермеера за смешные деньги. Он просто говорит, что это подделки, понимаешь? Послушай, ты что, решила грабить награбленное? Да при чем здесь я? А потом мама нашла нож и, видимо, его перепрятала. У нее было чутье на такие вещи, понимаешь? Она думала, что таким образом она может вернуться к прошлой жизни. Потом маму убили, нож пропал, Митю арестовали, а ты... Ты обещал найти ее убийцу, помнишь? А я нашел. Царева, Александра Сергеевна, я сдержал обещание. Подожди, Александра Сергеевна? Да, она во всем призналась Калинину. Макар, этого не может быть. Я вошла в дом через 15 минут после того, как Митя нашел тело мамы. Здравствуйте. По дороге я ее встретила, она мне улыбнулась, и она шла из продуктового. У нее в руках была сумка. Или ты думаешь, она убила маму мимоходом? Убила, а потом пошла за курицей и молоком? Этого просто не может быть, Макар. Я знаю. Она просто не успела бы это сделать, спрятать нож и, как ни в чем не бывало, вернуться домой. Вот видишь, ты не сдержал обещания. Можно подумать, тебя это волнует. Тебе нужен был только нож. А я просто... Что это? Это два билета до Берлина. Там пересадка, один на твое имя. Поехали со мной. А? Поехали. Не с кем потратить грязные деньги? Найдешь себе там кого-нибудь? Мне не нужен кто-нибудь, ты это прекрасно знаешь. Слушай, я уже вообще ничего не понимаю. А что тут понимать? Я тебя люблю. Перестань. А если он испугается и не захочет ехать? Или... Да никаких если. Свет, мы справимся. Обещаю. Проходи. Костик, родной, я твоя мама. Он вообще не понимает, что происходит вокруг. Вы его, пожалуйста, за руку всегда держите. Да, вот здесь документы на ребенка. Нужно подписать несколько заявлений и собрать справки, которые помогут восстановить родительские права. Хорошо, я этим займусь. Если будут какие-то вопросы, звоните. С бумагами помогу. Звоню, не сомневайтесь. Угу. Ну все, всего доброго. Пойдем. До свидания. Я буду ждать.
Лови. Назад. Еще раз. Молодец. Ну? Оп. Молодец. Свет, а ему, кажется, понравилось. Смотри. Это ты ему понравился. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы ко мне? Так. Ну, вообще-то я к Нике шел. Иди сюда. Ваш сын? Опа. Да. Мы сегодня его забрали. До сих пор не верится, что он со мной. Стыдно так, что я его тогда отдала. Маркин. Да. Чувство стыда – странная вещь. Ой. Иногда оно заставляет совершать нас странные поступки. Ваша мать, например, созналась в том, чего не совершала. Так? Вот здесь нарисуем джип. Давайте в доме поговорим. А смотри, как у меня получилось. Вот так. Это же вы убили Ладынину. За то, что из-за нее Костя попал в интернат. Так? Нет. С чего вы взяли? Я не имею к этому никакого отношения. Я это взял из фактов. Например, из вещественных доказательств. Орудие убийства было завернуто в платок, который Ладынина подарила вашей матери. Наверное, мама была в этом платке, когда пошла к Ладыниной в тот день. Не была. Она была в продуктовом магазине. И свидетель видел, как она возвращалась домой уже после убийства. Ваш свидетель врет. Свидетель не врет. Свидетель ее дочь, Мария. И она не может врать. Хорошо, я все расскажу. Все началось, когда я узнала, что идея отдать Костю в интернат принадлежит Ладыниной. Мама пошла у нее на поводу. Когда мне даже не разрешили увидеть Костю, я сразу пошла к Ладыниной. Я хотела, чтобы она отозвала все назад. Михайловна, я была в интернате, мне не отдают Костю. Слышите? Я к вам обращаюсь. Слышите меня? Ладынина ударила меня. Истеричка! После этого я схватилась за нож. Что же это? Она хотела ударить меня еще раз. Споткнулась и упала прямо на лезвие ножа. Я услышала шаги. Поняла, что кто-то идет. Тогда я схватила с себя этот платок, стащила, завернула в него нож и выбежала через черный ход. Вы рассказали обо всем маме, и она взяла вину на себя. Нет. Мама, я ничего не говорила. Она сама обо всем догадалась. Мама видела, что со мной что-то не так. А я не видела, я не понимала, что ей тоже плохо. Она до последнего пыталась все изменить. Она хотела, чтобы я начала все с чистого листа, чтобы я была счастлива. У мамы все получилось. Я действительно сейчас счастлива. Знаете, когда я шла тогда к Ладыниной, я думала, моя жизнь кончена, что больше ничего не будет, что будет только хуже. Я не думала о последствиях. Расплачиваться приходится сейчас, когда Костя и Стас со мной. Пойдемте, я готова. Куда? В полицию. Я во всем признаюсь. Хотя бы мамина память будет светлой.
Я верю, что Ладынина превратила вашу жизнь в ад. А еще я верю в судьбу. И важно быть здесь, с семьей. Свет, мы пришли. Иди сюда. А что случилось? Откуда слезы? Светик, он что, тебя обидел? Стас, нет. Это счастье. Мама. Костя. Костя. Только что звонила мама Макара, интересовалась, почему у ее сына такой странный голос и почему так односложно отвечает на ее вопросы. Не случилось ли что? Ты сказал ей про Машу? Шутишь, что ли? Она через 2 часа тогда здесь будет. Нет, знаешь, я хочу спокойной, размеренной жизни. Макар сильный, он справится со своей психотравмой. Сереж, так нельзя. Неправильно. Во-первых, она мать, она должна знать. Во-вторых, она знает, как успокоить сына. Так, спокойно. Это неправильно. Ник, давай сейчас присядем спокойно, попьем чай и решим, что делать с Макаром. Привет. А что такое? Что с лицами? Привет. Мы тут вот тебя ждем. А? Как день прошел? Нормально. А как дела в целом? Да нормально все. По крайней мере, один раз я точно поступил правильно. Ладно, давайте чай пить.